Авдотья Яковлевна Панаева, Головачева. Из воспоминаний. Тургенев встретился с Авдотьей Яковлевной Панаевой 1820-1893 годы в 1843 году, в пору его сближения с кружком Белинского. Отношения Тургенева с Панаевой на всем протяжении их знакомства отличались взаимной холодностью и даже неприязнью, что не могло не сказаться на характере ее воспоминаний. Воспоминания Авдотьи Яковлевны Панаевой — единственный в своем роде живой и выразительный рассказ о замечательной плеяде выдающихся писателей, критиков, публицистов, группировавшихся вокруг журнала «Русской демократии» современника. В течение тридцати слишком лет она не просто наблюдала жизнь ведущих русских литераторов, а была непосредственной свидетельницей, а то и участницей многих знаменательных событий. На ее глазах происходило рождение номеров современника, велись споры вокруг произведений, публикуемых в журнале, обсуждалась горячая злоба дня. Панаева — пристрастный мемуарист, над которым зачастую властвуют разнообразные эмоции. Страницы, посвященные Тургеневу, крайне субъективны. Мемуаристка вольно или невольно снижает образ писателя. Даже рассказывая о его аресте и ссылке, она акцентирует суетность натуры Тургенева, подчеркивает его склонность к пышной фразе, сиборитству и прочее. Панаева тенденциозно, а потому неверно освещает такие бесспорные факты биографии Тургенева, как его отношение к литературному дебюту Льва Толстого, в котором он одним из первых прозрел могучий талант. Панаева искажает смысл тургеневских рассуждений о бесправном положении русского писателя, вызванной его горячей любовью к русской литературе. И все же воспоминания Панаевой о Тургеневе по-своему интересны. Ибо, несмотря на всю их предвзятость, создают представление о живом человеке со всеми его противоречиями. Ее рассказ об одном из самых сложных и мучительных в жизни Тургенева событий, о разрыве с современником, довольно точен, если иметь в виду изложение фактов, что само по себе уже важно, а не осмысление их. Мемуаристка, безусловно, упростила смысл этого разрыва, не поняла его идейной сущности, сведя все к досадному недоразумению, к оплошности цензора Бикетова, неосмотрительно показавшего Тургеневу статью Добролюбова о романе накануне в ее самой первой редакции. Но при всех недостатках этих тургеневских страниц воспоминаний Панаевой они занимают важное место в Тургениане. Ибо рисуют писателя в той удивительной среде, которая сформировала автора записок охотника и отцов и детей, впервые воспоминания Панаевой опубликованы в историческом вестнике 1889 год в номерах с первого по десятый. Текст печатается по изданию Авдотьи Яковлевна Панаева «Воспоминания. Москва. Художественная литература. 1972 год». Из главы пятой. Если не ошибаюсь, в 1842 году я познакомилась с Тургеневым, который также жил летом на даче в Павловске. Неточность. Тургенев жил в Павловске летом 1843 года. Я живу в Павловском для большего уединения, писал Тургенев э, Бакунину в июне 1843 года. Тургенев. Письма, том 1, страница 233. Он только что начал свое литературное поприще. На музыке в вокзале он и Сологуб резко выделялись в толпе, оба высокого роста и оба со стеклышками в глазу. Они с презрительной гримасой смотрели на простых смертных. После музыки Тургенев очень часто пил чай у меня. У Панаева развелось столько знакомых в Павловске, что он редко приходил домой с музыки. Тургенев занимал меня разговором о своей поездке за границу и однажды рассказал о пожаре на пароходе, на котором он ехал из Штеттина. Причем, не потеряв присутствие духа, успокаивал плачущих женщин и ободрял их мужей, обезумевших от паники. В самом деле необходимо было сохранить большое хладнокровие, чтобы запомнить столько мелких подробностей в сценах, какие происходили на горевшем пароходе. Я уже слышала раньше об этой катастрофе от одного знакомого, который тоже был пассажиром на этом пароходе, да еще с женой и с маленькой дочерью. Между прочим, знакомый рассказал мне, как один молоденький пассажир был наказан капитаном парохода за то, что он, когда спустили лодку, чтобы первых свести сгоревшего парохода женщин и детей, толкал их, желая сесть раньше всех в лодку, и надоедал всем жалобами на капитана, что тот не дозволяет ему сесть в лодку, причем жалобно восклицал. «Мсье, умереть таким молодым!» На музыке я показала этому знакомому, так как он был деревенский житель, всех сколько-нибудь замечательных личностей, в том числе Сологуба и Тургенева. «Боже мой!» — воскликнул мой гость. «Да это тот самый молодой человек, который кричал на пароходе «умереть таким молодым!» Я была уверена, что он ошибся, но меня удивило, когда он прибавил. У него тоненький голос, что очень поражает в первую минуту при таком большом росте и плотном телосложении. Мне все-таки казалось невероятным, чтоб это был Тургенев, но через несколько времени я имела случай убедиться, что Тургенев способен к импровизации. Идя в темный вечер домой с музыки, надо было переходить дорогу, а из ворот, которые ведут из вокзала в город, неожиданно выехала карета. Сделалось смятение. Многочисленное общество дам и кавалеров, шедшие впереди нас, разделилось на две части. Одна успела перебежать через дорогу, а другая осталась с нами, и одна дама вскрикнула от испуга, перебегая дорогу. Карета проехала, и мы спокойно продолжали свой путь. На другой день на музыке я шла по аллее. Впереди меня шел Тургенев с дамами и рассказывал им, что он будто бы вчера спас какую-то даму, которую чуть не задавила карета, остановив лошадей, будто бы с дамой сделалось дурно, и он на руках перенес ее и передал кавалерам, которые рассыпались в благодарностях за спасение их дамы. Когда я стала стыдить Тургенева, зачем он присочинил небывалую историю, то он мне на это ответил, улыбаясь, надо было чем-нибудь занять своих дам. С этих пор я уже не верила, если Тургенев рассказывал о себе что-нибудь. Он в молодости часто импровизировал и слишком увлекался. Иногда Белинский с досадой говорил ему, когда вы, Тургенев, перестанете быть Хлестаковым, это возмутительно видеть в умном и образованном человеке. Отзыв Герцена. Возможно, что Панаева приписала Белинскому реплику Герцена о хлестаковских чертах в характере Тургенева. Тургенев остерегался при Белинском увлекаться в импровизации и искал более снисходительных слушателей. От Белинского Тургеневу досталась сильная головомойка, когда дошло до его сведения, что Тургенев в светских дамских салончиках говорил, что не унизит себя, чтобы брать деньги за свои сочинения, что он их дарит редакторам журнала. Так вы считаете позором сознаться, что вам платят деньги за ваш умственный труд? Стыдно и больно мне за вас, Тургенев, — упрекал его Белинский. Тургенев чистосердечно покаялся в своем грехе и сам удивлялся, как мог говорить такую пошлость. Из главы шестой. В сороковых годах состав итальянской оперы в Петербурге был замечательный. В ней пели знаменитые европейские певцы Рубини, Тамбурини, Лаблаж. Хотя их блестящее сценическое поприще уже было на закате, но все-таки они своим пением доставляли большое наслаждение. Появилась в итальянской опере Примадонна Виардо — которая сделала с любимицей публики. Такого крикливого, влюбленного, как Тургенев, я думаю, трудно было найти другого, он громогласно всюду и всем оповещал о своей любви к Виардо, а в кружке своих приятелей ни о чем другом не говорил, как о Виардо, с которой он познакомился. Но в первый год знакомства Тургенева с Виардо, из рассказов его и других лиц, которые бывали у Виардо, видно было, что она не особенно была внимательна к Тургеневу. В те дни, когда Виардо знала, что у нее будут с визитом аристократические посетители, Тургенев должен был сидеть у ее мужа в кабинете, беседовать с ним об охоте и посвящать его в русскую литературу. Названные вечера к Виардо его тоже не приглашали. После получения наследства в 1851 году Тургенев приобрел право равенства с другими гостями в салоне у Виардо, зато сначала как дорожил Тургенев малейшим вниманием Виардо я помню раз вечером тургенев явился к нам в каком то экстазе господа я так счастлив сегодня что не может быть на свете другого человека счастливее меня говорил он приход тургенева остановил игру в перферанс за которым сидели белинский боткин и другие боткин стал приставать к тургеневу чтобы он поскорее рассказал о своем счастье да и другие очень заинтересовались Оказалось, что у Тургенева очень болела голова, и сама Виардо потерла ему виски одеколоном. Тургенев описывал свои ощущения, когда почувствовал прикосновение ее пальчиков к своим вискам. Белинский не любил, когда перерывали его игру, бросал сердитые взгляды на оратора и его слушателей и, наконец, воскликнул нетерпеливо. «Хотите, господа, продолжать игру или смешать карты?» Игру стали продолжать. А Тургенев, расхаживая по комнате, продолжал еще говорить о своем счастье. Белинский поставил ремис и с сердцем сказал Тургеневу, «Ну, можно ли верить в такую трескучую любовь, как ваша?» Любовь Тургенева к Виардо мне тоже надоела, потому что он, не имея денег абонироваться в кресло, без приглашения являлся в ложу, на которую я абонировалась в складчину с своими знакомыми. Наша ложа в третьем ярусе и так была набита битком, а колоссальной фигуре Тургенева требовалось много места. Он бесцеремонно садился в ложе, тогда как те, кто заплатил деньги, стояли за его широкой спиной и не видали ничего происходившего на сцене. Но этого мало. Тургенев так неистово аплодировал и вслух восторгался пением Виардо, что возбуждал ропот в соседях нашей ложи. Перед отъездом за границу летом мы проводили в Петербурге и Белинский также. Тургенев жил на даче в Парголове, часто приезжал в город и останавливался у нас, так как не имел городской квартиры. Не точно. Белинский жил лето 1844 года в пригороде Петербурга в Лесном, на даче Лесного института. Тургенев пробыл в Парголове с июня по август 1844 года. Панаевы собирались в Германию. По сообщению русской печати, они приехали в Берлин 3 октября 1844 года. «Русская мысль», 1891 год, книга 6, страница 7. Тургенев восхищался своим поваром, которого нанял на лето, описывал, какие тонкие обеды он готовил, когда Тургенев приглашал к себе на дачу своих знакомых. Небось, графов и баронов угощаете тонкими обедами, а своих приятелей и литераторов не приглашаете к себе, шутя заметил Белинский. Тургенев обрадовался этой мысли и пригласил всех к себе на дачу на обед, говоря, что он сделает такой фестиваль, какого мы не ожидаем. День он назначил сам и требовал от всех честного слова, что приедут к нему. — Мы-то приедем, а вот вы-то не удерете? Не сыграете с нами такую шутку, как зимой созвали нас всех на вечер, а сами не явились домой, — сказал Белинский. С Тургеневым не раз случалось, что он пригласит приятелей к себе и по рассеянности забудет и не окажется дома. Белинский сказал, прощаясь Тургеневу, «Я за день до нашего приезда напишу вам, чтобы вы не забыли своего приглашения». День был жаркий, когда мы в одиннадцать часов все шесть человек приглашенных отправились в коляске в Парголово. Все были утомлены от жары и пыли в дороге. Подъехав к даче Тургенева, все радостно вздохнули и стали выходить из коляски. Но всех поразило, что Тургенев не вышел нас встретить. Мы вошли в полисадник и стали стучаться в двери стеклянной террасы. Мертвая тишина царила в доме. У всех лица повытянулись. Белинский воскликнул. Неужели Тургенев опять сыграл с нами такую мерзкую штуку, как зимой? но его успокаивали, предполагая, что Тургенев, вероятно, не ожидал так рано нашего приезда. Да я писал ему, что мы в час будем у него. Этот черт знает, что такое. Хоть бы в комнату нас впустили, а то жарились в дороге на солнце и стой теперь на припеке, — горячил Сабелинский. Наконец выскочил из ворот какой-то мальчик, и все на него набросились с вопросами. Оказалось, что барин ушел, а его повар сидит в трактире. Дали мальчику денег, чтобы он сбегал за поваром и привел его отворить дверь. Мальчик убежал, а мы в ожидании его уселись на ступеньках террасы. Повар не являлся. Белинский настаивал, чтобы мы ехали домой. Мы уехали бы, но кучер нашей коляски не соглашался вести нас обратно, пока не отдохнут его измученные лошади. По надо было сидеть у запертой дачи. Все проголодались. Панаев и двое из приехавших отправились в трактир посмотреть, нельзя ли достать чего-нибудь поесть. Тогда Парголова было настоящей деревней, еду трудно было достать. Панаев явился и объявил, что в трактире никакой еды нет да и такая грязь, что противно кусок хлеба взять в рот. Все еще питали надежду, что Тургенев вернется домой. Я не рассчитывала на обед, понимая, что если повара нет дома, так какой же можно приготовить обед, когда уже второй час, да и провизии негде достать. В Парголове только рано утром запасались всем у разносчиков, объезжавших дачи. Я пошла в избук хозяйки дачи, купила у нее яиц, молока, хлеба. В это время явился повар. Белинский накинулся на него с вопросом, где его барин. Повар отвечал, что не знает. А обед тебе сегодня заказан барином? допрашивал Белинский. Никак нет. -с. Изумление и испуг выразились на всех лицах. Белинский весь вспыхнул, многозначительно посмотрел на всех и неожиданно разразился смехом, воскликнув: Вот так задолжен нам фестиваль, Тургенев! Все тоже рассмеялись над комическим своим положением. Я-то дурак, говорил Белинский, хотел провести приятно день на даче. И, обратясь к повару, продолжал, — Иди, любезный, отыщи своего барина где хочешь и приведи его домой. Панаев и другие послали повара к священнику, так как Тургенев уже сообщил им, что он ухаживает не без успеха за хорошенькой дочерью священника и постоянно там сидит. Мы пошли на берег озера в ожидании прихода Тургенева, уселись в тени под деревом и любовались природой. Белинский лежал на траве и вдруг произнес. «Как легко мне дышится, не то что в городе. Какая обида, что и одного дня не мог провести, как добрые люди, что-нибудь да взбесит меня». Вскоре пришел Тургенев и стал божиться, что мы сами виноваты, что он ждал нас завтра. Его спросили о письме Белинского. Тургенев уверял, что никакого письма не получил. «Хорошо», — сказал Белинский, — «без оправдания обойдемся». «Благодарите Бога, что вы мне не попались на глаза в первую минуту. Я бы вас раскостил на все корки. Теперь нервы мои успокоились, и я не хочу вновь их раздражать. Сейчас уедем в город». Тургенев начал упрашивать остаться и сказал, что обед уже заказан. «А в котором часу вы нас накормите? Чай вечером?» — спросил Белинский шутливым тоном. Тургенев отвечал в том же тоне, что его повар всемогущий, и обед будет готов к пяти часам. Тургенев употребил все усилия, чтобы занять гостей, и успел в этом. Между прочим, он предложил стрелять в цель. Все пошли на его дачу, и Тургенев нарисовал углем на задах старого сарая человека и обозначил точкой сердца. Никто из его гостей не умел стрелять. Белинский каким-то образом с первого выстрела попал в самую точку, где было обозначено сердце. Он, как ребенок, обрадовался и воскликнул ⁇ Я теперь сделаюсь бретером, господа ⁇ Но затем стрелял так неудачно, что даже ни разу не попадал в фигуру. Стрельба продолжалась долго. Легкий завтрак дал себя почувствовать, и все ожидали нетерпеливо обеда. В шесть часов Белинский обратился к Тургеневу с вопросом, что ж вас всемогущий повар не подает обед. Мы голодны, как волки. По обеду, приготовленному на скорую руку исключительно из старых тощих куриц, нельзя было судить о кулинарном таланте повара. Тургенев, сознавая это, сказал, господа, в воскресенье приезжайте-ка... Но ему не дали окончить фразы, все покатились со смеху, и сам Тургенев присоединился к общему смеху. Белинский едва мог отдышаться от хохота, воскликнув «Тургенев, вы наивны, как младенец! Нет уж, старого воробья на Микини не надуете!» Новое приглашение Тургенева всех развеселило, и шуткам не было конца. Тургенев смешил, рассказывая свое положение, когда его повар в испуге прибежал и объявил, что гости приехали к нему на обед и в каком он страхе шел к озеру. Погуляв по парку, выпив чаю, мы поехали в город и продолжали смеяться над фестивалем, который нам задал Тургенев. Из главы 7 Некрасов задумалась давать петербургский сборник. Им уже были куплены статьи у некоторых литераторов. Белинский принял горячее участие в этом издании, упросил Панаева написать что-нибудь для сборника, и Панаев написал парижские увеселения. Белинский находил, что тем литераторам, которые имеют средства, не следует брать денег с Некрасовым. Он проповедовал, что обязанность каждого писателя помочь нуждающемуся собрату выкарабкаться из затруднительного положения, дать ему средства свободно вздохнуть и работать, что ему по душе. Он написал в Москву Герцену и просил его прислать что-нибудь в петербургский сборник. Герцен, Панаев, Адоевский и даже Сологуб отдали свои статьи без денег. Кронеберг и другие литераторы сами очень нуждались, им Некрасов заплатил. Тургенев тоже отдал даром своего помещика в стихах, но Некрасову обошлось это гораздо дороже, потому что Тургенев, по обыкновению истратив деньги, присланные ему из дому, сидел без гроша и поминутно занимал у Некрасова деньги. Петербургский сборник вышел в свет в 1846 году Некрасов хотел издать поэму Тургенева «Помещик» отдельной книжкой по типу «Разговора и параши», но писатель предпочел включить ее в сборник. Об этих займах передали Белинскому. Он, придя к нам, как нарочно встретил Тургенева, поджидавшего возвращения Панаева домой, чтобы вместе с ним идти обедать к Дюссо. Белинский знал, что обыкновенно по четвергам в этот модный ресторан собиралось много аристократической молодежи обедать, и накинулся на Тургенева. «К чему вы разыграли барича?» «Гораздо было бы проще взять деньги за свою работу, чем, сделав одолжение человеку, обращаться сейчас же к нему с займами денег. Понятно, что Некрасову неловко вам отказывать, и он сам занимает для вас деньги, платя жидовские проценты». Добро бы вам нужны были деньги на что-нибудь путное, а то пошикарить у Дюссо непостижимо. Как человек с таким анализом, разбирающий неуловимые штрихи в поступках других людей, не может анализировать таких крупных, бестактных своих отношений к людям? Эта распущенность непростительна в таком умном человеке, как вы ведь вас заслушаешься, не нарадуешься, как вы рассуждаете о нравственных принципах, которыми обязан руководствоваться развитой человек, а сами вдруг выкидываете такие коленцы, которые в пору ремонтеру. Подтяните ради Христа свою распущенность, ведь можно сделаться нравственным уродом. Мальчишество какое-то у вас, как бы тихонько напроказить, зная, что делаете скверно. Сколько раз вас уличали в разных пошлых проделках на стороне, когда вы думали, что избежали надзора. Бичуете в других фанфаронство, а сами не хотите его бросить. Другие фанфаронят бессознательно, у них не хватает ума, а вам-то разве можно дозволять себе такую распущенность? Тургенев очень походил на провинившегося школьника и возразил — «Да ведь не преступление я сделал, я ведь отдам Некрасову эти деньги. Просто необдуманно поступил». «Так вперед и обдумывайте хорошенько, что делаете. Я для этого и говорю вам так резко, чтобы вы позорче следили за собой». Белинский сильно привязывался к молодым дровитым людям. Ему хотелось, чтобы они заслуживали общее уважение, помимо своего таланта, как безукоризненные, хорошие и честные люди, чтобы никто не мог упрекнуть их в каком-нибудь нравственном недостатке. Он говорил, «Господа, человеческие слабости всем присущи и прощаются, а с нас взыщут с неумолимой строгостью за них, да и имеют право относиться так к нам, потому что мы обличаем печатно, пошлость, развращение, эгоизм общественной жизни. Значит, мы объявили себя непричастными к этим недостаткам. Так и надо быть осмотрительными в своих поступках. Иначе какой прок выйдет из того, что мы пишем? Мы сами будем подрывать веру в наши слова. Из главы восьмой. Подписка на современник шла хорошо. Некрасов хотел было значительно понизить подписную годовую плату, но Белинский побоялся, что не хватит денег, и потому плата была назначена в 16 рублей 50 копеек в год, тогда как плата за отечественные записки была 17 рублей 50 копеек. Недоброжелатели всеми способами старались повредить успеху дела, распускали самые неблагоприятные слухи, будто бы издатели нового журнала люди несостоятельные, что деньги подписчиков пропадут и так далее. Но это очень мало влияло на ход подписки. Тургенев. Вернувшись поздней осенью из деревни, шумно выражал свою радость по поводу задуманного издания современника. Белинский ему заметил Вы не словами высказываете свое участие, а на деле. Даю вам честное слово, что я буду очень ревностным сотрудником будущего современника не такое ли даете слово, какое вы мне дали, уезжая в деревню, что, возвратясь, вручите мне ваш рассказ для моего альманаха? — спросил ироническим тоном Белинский. — Он у меня написан для вас, только надо его обделать. Лучше уж прямо сознались бы, что он не окончен, чем вилять. Клянусь вам, что осталось работы не более как на неделю. Знаю я вас. Пойдете шляться по светским салончикам. Кажется, немало времени сидели в деревне, и то не могли окончить». Тургенев клялся, что с завтрашнего утра засядет за работу, и пока не окончит, сам никуда не выйдет и к себе никого не примет. «Все вы одного поля ягоды. На словах любите разводить бобы, а чуть коснулось дело так не шевельнутый пальцем». Да и я-то хорош гусь. Кажется, не первый день вас всех знаю. А имел глупость рассчитывать на ваше обещание. Ну, смотрите, Тургенев, если вы не сдержите своего обещания, что все вами написанное будет исключительно печататься в «Современнике», то так и знаете, я вам руки не подам, не пущу на порог своего дома. Все присутствующие улыбались на угрозы Белинского. «Я вас ведь лучше знаю, чем вы и сами себя», — продолжал он. «Когда вам приспичит пофорсить перед вашими знакомыми, а в кармане не будет денег, так вы не только побежите запродать свой рассказ в отечественные записки, но даже и в «Северную пчелу». Все расхохотались. Белинский также засмеялся над своими словами и потом продолжал. «Без шуток, господа!» Надо всем нам приложить все старания, чтобы современник был хорошим журналом. Вспомните, как все мы вздыхали до да охоли, что у нас нет своего журнала. Ну вот, наше желание исполнилось. Так нам и надо сообща стараться, чтобы каждый номер современника был бы полон жизни и честного направления. Господа. Я первый даю клятву, что ни одной строки моей не будет нигде напечатано, кроме современника, — воскликнул Тургенев и, обращаясь к Белинскому, сказал, — Неверующий Фома довольны? Белинский, улыбаясь, произнес, — Посмотрим, сдержите ли вы свою клятву. С первого же года современнику повезло. В февральской книжке 1847 года был напечатан роман Гончарова «Обыкновенная история», имевший огромный успех. Боже мой, как заволновались любознательные литераторы! Они старались разведать настоящую и прошлую жизнь нового писателя, к какому сословию он принадлежит по рождению, в какой среде вращается и тому подобное. Многие были недовольны сдержанностью характера Гончарова, и приписывали это его апатичности. Тургенев объявил, что он со всех сторон штудировал Гончарова и пришел к заключению, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в его натуре нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром и его не интересуют никакие общественные вопросы. Он даже как-то боится разговаривать о них, чтобы не потерять благонамеренность чиновника. Такой человек далеко не пойдет. Посмотрите, что он застрянет на первом своем произведении. Странно, что предсказания Тургенева о литературной будущности его современников почти никогда не оправдывались. Например. Приведя к Панаеву знакомиться Апухтином, тогда еще юного правоведа, он предсказывал, что такой поэтический талант, каким обладает Апухтин, составит в литературе эпоху, и что Апухтин своими стихами приобретет такую же известность, как Пушкин и Лермонтов. Объяснить подобную странность в Тургеневе можно тем, что он сильно увлекался первыми впечатлениями, потому что никак нельзя было заподозрить его в отсутствии художнического литературного понимания. Он был прекрасно образован, много читал, сам был тонким художником в своих произведениях, и когда говорил об иностранной или русской литературе, то видно было, что он тонкий и строгий ценитель. Расскажу один эпизод, случившийся с Тургеневым. Он знал, что на следующий номер современника не имелось ничего хорошего для отдела билетристики. Приходилось печатать плохонькую повесть, и вот он прибегает в редакцию и радостно объявляет Некрасову, что вчера в одном светском обществе он присутствовал при чтении одним молодым автором его первого произведения, что это такая прелесть, после которой он должен изломать свое перо, чтобы не осрамиться перед таким новым талантом и советовал Некрасову поспешить приобрести эту повесть, заверяя, что она сразу прибавит 500 подписчиков. Некрасов обрадовался, просил Тургенева похлопотать, чтобы эта повесть попала в современник, и даже сделал распоряжение в типографии, чтобы прекратили набор данной им раньше повести. Оказалось, что хваленная повесть еще была не окончена, и автор сам через полторы недели привез ее в редакцию. Это был московский молодой Франтик, подъехавший в карете четверней, потому что остановился у своей тетушки старушки, которая иначе не выезжала, как с Фрейтером. Некрасов не прочитав рукописи немедленно послал в типографию набирать потому что ожидание этой повести и так задержало выход книжки когда принесли из типографии корректуру некрасов пришел в отчаяние все действующие лица в повести были графы камергеры графини княгини герои героиня выражались до того высокопарно что возбуждали смех кроме вычурного слога повесть была пересыпана массой каких-то туманных философских рассуждений. Когда Тургенев пришел к обеду, Некрасов, не говоря ни слова, прочел ему выдержки из этой повести. Тургенев смеялся до слез и, наконец, сказал, — Это, наверное, Панаев выкинул такую штуку, не решился отказать какому-нибудь из своих аристократов, который и пустился в литературу. Тогда Некрасов объявил, что не Панаев, а он рекомендовал эту повесть. Тургенев привскочил с места и с удивлением воскликнул. «Да это не может быть!» Когда же убедился, что это верно, то схватил себя за голову и жалобно произнес, «Что за помрачение нашло на меня?» Как я так опростоволосился? Тургенев объяснил, что он слушал чтение этой повести в блаженном одурении, сидя близко к одной барыне, которая ему очень нравилась, что он упивался ароматом ее головы и блаженствовал, когда она поворачивала свою голову к нему и тихо сообщала свои восторги от повести, что ее губки так близко были к его щеке, он был мастер описывать свои ощущения в этом роде. Некрасов в наказание засадил Тургенева исправлять высокопарные разговоры героини и героя в его хваленной повести. Тургенев, проработав немного, встал из-за стола, сказав, «Хорошенько надо было бы высечь автора, чтобы он не смел никогда браться за перо, да уж и меня, кстати». Сожалею, что не могу вспомнить название этой повести. Помню одно, что она была напечатана в начале 50-х годов. С тех пор Некрасов был осторожен и не полагался на похвалы Тургенева, когда тот брал под свое покровительство молодых людей, начинавших свое литературное поприще. Анненков выступил на литературное поприще, кажется, в 1848 году рассказом под названием «Кирюша». Тургенев стыдил Некрасова, что он срамит журнал, печатая такую бездарность. И за глаза иначе не называл Анненкова, как наш Кирюша. Кажется, в билетристическом роде Анненков ничего более не писал. Повесть Анненкова «Кирюша» впервые опубликована в 1847 году в «Современнике», номер 5. Из главы 9. За 1848 и 1849 годы на «Современнике» накопилось много долгов надо было их выплачивать, и потому среди 1850 года денег не было, а между тем Тургеневу вдруг понадобились две тысячи рублей. Тяжелое материальное положение современника было вызвано большими убытками, которые понес журнал в связи с цензурным запрещением иллюстрированного альманаха в октябре 1848 года. Современник а жил от непропущенного цензуруя альманаха, на издании которого издержал четыре тысячи рублей серебром. Переписка Грота Сплетневым. Санкт-Петербург, 1896 год, том 3, страница 411. Приходилось занять, чтобы скорее удовлетворить Тургенева, который объявил Некрасову, «Мне деньги нужны до зарезу. Если не дашь, то к моему крайнему прискорбию я должен буду идти в отечественные записки и запродать себя, и современник долго не получит от меня моих произведений». Эта угроза страшно перепугала Панаева и Некрасова. Они нашли деньги при моем посредстве и за моим поручительством. В конце сороковых годов Тургенев особенно нуждался в деньгах из-за резко ухудшившихся отношений с матерью. В эти годы он действительно обращался к Краевскому с предложением издать свои произведения. Письмо от 14-26 ноября 1847 года из Парижа и ответ Краевского. Тургенев, письма, том 1, страницы 312 и 594. В 1850 году Тургенев напечатал в отечественных записках «Дневник лишнего человека», в 1851 году комедию «Провинциалка». Не прошло и года, как из-за Тургенева произошла остановка в печатании книжки современника. Он должен был дать рассказ но не прислал его и даже с неделю не показывался в редакции, что было необыкновенно, так как он, если не обедал у нас, то непременно приходил вечером. Некрасов волновался, два раза ездил к нему, но не заставал дома. Наконец написал ему записку, убедительно прося тотчас прислать рукопись. Тургенев явился и, войдя в комнату, сказал, «Броните меня, господа, как хотите. Я даже сам знаю, что сыграл с вами скверную штуку, но что делать? Вышло со мной при неприятной истории. Я не могу дать вам этого рассказа. Я напишу другой, к следующему номеру». Такое неожиданное заявление ошеломило Некрасова и Панаева. Сначала они совсем растерялись и молчали, но потом разом закидали Тургеневу вопросами «как, почему?». Мне было стыдно показываться вам на глаза, отвечал он, но я щел мальчишеством далее водить вас и задерживать выход книжки. Я пришел просить, чтобы вы поместили что-нибудь вместо моего рассказа. Я вам даю честное слово написать рассказ к следующему номеру. Некрасов и Панаев пристали, чтоб он объяснил им причину. Даете заранее мне слово? никогда не попрекать меня?» «Даем, даем», — торопливо ответили ему оба. «Теперь мне самому гадко», — произнес Тургенев, и его как бы передернуло. Тяжело вздохнув, он прибавил. «Я запродал этот рассказ в отечественные записки. Ну, казните меня». Некрасов даже побледнел, а Панаев жалобно воскликнул. «Тургенев, что ты наделал?» «Знаю, знаю». Все теперь понимаю, но вот Тургенев провел рукой по горлу. Мне нужно было пятьсот рублей. Идти просить к вам невежливо, потому что из взятых у вас двух тысяч я заработал слишком мало. Некрасов дрожащим голосом заметил. Неуместная деликатность. Думал, может, у вас денег нет. «Да пятьсот рублей всегда бы достали, если бы даже их не было!» — в отчаянии воскликнул Панаев. «Как ты мог?» Некрасов в раздражении перебил Панаева. «Что сделано, то сделано. Нечего об этом разговаривать. Тургенев, тебе надо возвратить пятьсот рублей Краевскому». Тургенев замахал руками. «Нет, не могу, не могу. Если б вы знали, что со мной было, когда я вышла от Краевского, точно меня сквозь строй прогнали». Я должно быть находился в лунатизме, проделывал все это в бессознательном состоянии. Только когда взял деньги, то почувствовал нестерпимую боль в руке, точно от обжога, и убежал скорей. Мне теперь противно вспомнить о моем визите. Рукопись Украевского? спросил поспешно Некрасов. Нет еще. Некрасов просиял. Отпер письменный стол, вынул оттуда деньги и подал их Тургеневу. Сказал Напиши извинительное письмо. Тургеневу долго пришлось упрашивать. Наконец он воскликнул. Вы, господа, ставите меня в самое дурацкое положение. Я несчастнейший человек. Меня надо высечь за мой слабый характер. Пусть Некрасов сейчас же мне сочинит письмо. Я не в состоянии. Я перепишу письмо и пошлю с деньгами. И Тургенев, шагая по комнате, жалобным тоном восклицал, «Боже мой, к чему я все это наделал?» «Одно мне теперь ясно», — продолжал Тургенев, — «что где замешается женщина, там человек делается непозволительным дураком». «Некрасов, помашь по губам Краевского, пообещай, что я ему дам скоро другой рассказ». Тургенев засмеялся и продолжал. Мне живо представляется мрачное лицо Краевского, когда он будет читать мое письмо, и, передразнивая голос Краевского, он произнес «Бесхарактерный мальчишка, вертят им, как хотят, в современники». Придется мне, господа, теперь удирать, куда не попало, если завижу на улице Краевского. О, господа, что вы со мной делаете? Когда Некрасов Прочитал черновое письмо, то Тургенев воскликнул. «Ну, где бы мне так ловко написать? Я бы просто бухнул, что находился в умопомешательстве, а от того и был у Краевского, а когда припадок прошел, то и возвращаю деньги». С тех пор Тургеневу был открыт неограниченный кредит в «Современнике». Раз после выпуска книжки у нас собралось обедать особенно много гостей. После обеда зашел общий разговор о том, как было бы хорошо, если бы разрешили издать сочинение Белинского. Тогда дочь его была бы обеспечена. Господа! воскликнул вдруг Тургенев, я считаю своим долгом обеспечить дочь Белинского. Я ей дарю деревню и двести пятьдесят душ, как только получу наследство. Это великодушное заявление произвело большой эффект. В честь Тургенева был провозглашен тост. Один из литераторов даже прослезился и, пожимая руку Тургенева, проговорил «Великодушный порыв, голубчик, великодушный!» Когда восторги поутихли, я обратилась к сидевшему рядом со мной Арапетову и сказала ему я думала, что уже сделалось анахронизмом дарить человеческие души, однако, как вижу, ошиблась. Мое замечание произвело эффект совсем другого рода. Многие из гостей посмотрели на меня с нескрываемой злобой, а Некрасов и Панаев сконфуженно пожали плечами. Иногда я была не в силах совладать с собой. Бывало, долго слушаю, что говорят кругом, и неожиданно для самой себя выскажу какое-нибудь замечание, хотя я вполне сознавала всю бесполезность моих замечаний. Кроме неприятностей, из этого ничего не выходило. Полистная плата Тургеневу с каждым новым произведением увеличивалась. Сдав набирать свою повесть или рассказ, Тургенев спрашивал Некрасова, сколько им забрано вперед денег. Он никогда не помнил, что должен журналу. Да сочтемся, отвечал Некрасов. Нет, я хочу наконец вести аккуратно свои денежные дела. Некрасов говорил цифру Тургеневского долга. Ой-ой, восклицал Тургенев, я, кажется, никогда не добьюсь того, чтобы Дав Повесть получить деньги вечно должен современнику. Как хочешь, Некрасов, а я хочу скорее расквитаться. А потому ты, высчитай на этот раз из моего долга, дороже за лист. Меня отяготит этот долг. Некрасов хотя морщился, но соглашался, а Тургенев говорил напишу еще повесть и буду чист. Но не проходило и трех дней, как получалась записка от Тургенева, что он зайдет завтра и чтоб Некрасов приготовил ему пятьсот рублей. Да зарезу мне нужны эти деньги, писал он. Из главы десятой. Фет уже был известен своими стихотворениями в литературе с сороковых годов, но я познакомилась с ним только в начале пятидесятых годов. О знакомстве с Авдотьей Яковлевной Панаевой Афанасий Фет рассказывает в своих воспоминаниях. Он приехал в Петербург на продолжительное время в отпуск из полка, и я видела с ним каждый день. Фет находился в вдохновенном настроении и почти каждое утро являлся с новым стихотворением, которое читал Некрасову мне и всем литераторам, кто просил его прочесть. Тургенев находил, что Фет также плодовит, как клопы, и, что должно быть, по голове его проскакал целый эскадрон, отчего и происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях. Но Фет вполне был уверен, что Тургенев приходит в восторг от его стихов и с гордостью рассказывал, как после чтения Тургенев обнимал его и говорил, что это лучшее из написанного им. Рассказ мемуаристки о взаимоотношениях Фета и Тургенева не точен. Об этом во вступительной заметке к воспоминаниям Афанасия Фета. Тургенев, ценивший поэтический дар Фета, был вместе с тем и первым нелицеприятным критиком его стихов. Фет задумал издать полное собрание своих стихов и дал Тургеневу и Некрасову карт-бланш, полное право выкинуть те стихотворения из старого издания, которые они найдут плохими. У Некрасова с Тургеневым по этому поводу происходили частые споры. Некрасов находил ненужным выбрасывать некоторые стихотворения, а Тургенев настаивал. Очень хорошо помню, как Тургенев горячо доказывал Некрасову, что в одной строфе стихотворения «Не знаю сам, что буду петь» но только песня зреет, Фет изобличил свои телячьи мозги. У меня сохранился экземпляр стихотворения Фета с помарками и вопросительными знаками, сделанными рукой Тургенева. Экземпляр сборника с пометами Тургенева и Фета сохранился, находится в Третьяковской галерее. Гербель познакомился также в начале 50-х годов с Панаевым. Гербель явился к Панаеву без всяких рекомендаций и часто бывал у него по утрам, но всегда сидел в кабинете. Он долго не входил в кружок литераторов, которые собирались у нас на обеды и вечера. Причина была та, что Тургенев раз подсмеялся над Панаевым. Господа, сказал он, Панаев открыл новый талант и возится с ним, как с будущим замечательным писателем, потому что первое произведение этого юного офицера имеет очень важное значение для русской литературы, а именно история изюмского полка, написанная и изданная этим офицериком по приказанию командира полка. Панаев обидчиво ему заметил. Уж ты бы, Тургенев, молчал, да и за что ты обижаешь Гербеля? Он мне читал все свои переводы из Гейне, и мне кажется, что он очень недурно владеет стихом. — О, многострадальный Гейне! — воскликнул Тургенев. — Почему-то это излюбленный поэт, над уродованием стихов которого все упражняются. Причем всякий воображает, что достаточно перевести два-три стихотворения Гейна, чтобы иметь право считать себя литератором. Ну, признайся, Панаев, у тебя есть слабость разыгрывать роль литературного покровителя. Гербель, по крайней мере, грамотный, — отвечал Панаев, — а ты мне прислал третьего дня какого-то франтика с рукописью и рекомендательным письмом, так твой франтик даже безграмотный. Тургенев засмеялся и сказал, «Я это сделал, чтобы избавиться от Франтика, а ты по три часа беседуешь с офицериком, да еще всех знакомишь с ним. Входить скоро невозможно будет к тебе в кабинет». Когда Гербель издал слово о полку Игореве, то Тургенев не называл его иначе, как «Изюмский Игорь» неточность. Вряд ли в это время мог произойти приведенный разговор о Гербеле, ибо уже в апреле 1852 года Тургенев был арестован, а цензурное разрешение брошюры Гербеля «Изюмский слободской казачий полк» было получено только 31 июля 1852 года. Довольно посредственный поэт Гербель впоследствии проявил себя как редактор-издатель собраний сочинений Шекспира, Шиллера, антологии русских поэтов. В 1874-1880 годах Тургенев переписывался с ним. Слово о полку Игореве в переводе Гербеля, опубликована в 1854 году под названием «Игорь, князь Северский». Мне часто приходилось слышать, как многие люди восхищались редкой чертой в характере Тургенева — искренностью. Он так был умен, что когда хотел, то мог очаровать всякого. В 1852 году, вскоре после смерти Гоголя, Тургенева посадили в часть за то, что он напечатал в Москве маленькую статейку о Гоголе, которую цензор не пропустил в Петербурге. Об этом в воспоминаниях Аненкова и комментариях. От высшего начальства дано было приказание ничего не пропускать о Гоголе вследствие того, что в Москве на похоронах Гоголя собралась масса народу и присутствовали официальные особы. В то время строго смотрели, чтобы литераторам не оказывали особенных почестей. Тургенев был в отчаянии, когда запретили его статейку, и говорил Некрасову и Панаеву, что пошлет ее в Москву. Панаев не советовал ему этого делать, потому что и так Тургенев был на замечании вследствие того, что носил траур по Гоголю, и, делая визиты своим светским знакомым, слишком либерально осуждал петербургское общество в равнодушии к такой потере, как Гоголь, и читал свою статейку, которую носил с собой всюду. Эта статейка была уже перечеркнута красными чернилами цензора. Когда Панаев упрашивал Тургенева быть осторожным, то он на это ответил «За Гоголя я готов сидеть в крепости». Вероятно, эту фразу он повторил еще где-нибудь, потому что Дубельт, встретясь на вечере в одном доме с Панаевым, с своей улыбкой сказал ему «Одному из сотрудников вашего журнала хотелось посидеть в крепости, но его лишили этого удовольствия». Арест Тургенева произвел большой переполох. Панаев и Некрасов навещали его сперва ежедневно, утром и вечером, но потом реже, потому что Тургенев иногда давал знать рано утром, чтобы к нему не приходил никто из них. Первое такое известие испугало Некрасова и Панаева. Они думали, что Тургеневу грозит Бог знает какая опасность. Но потом оказалось, что в эти дни он ждал посещений своих знакомых из высшего круга. Мне арест Тургенева доставил также много хозяйственных хлопот. Тургенев просил Панаева, чтобы он присылал ему обед, так как не может есть обедов из ресторана, и пока он, если не ошибаюсь, три недели сидел в части, я должна была заботиться, чтобы в назначенный час ему был послан обед. После похорон Гоголя Дня через четыре у Панаева вечером собрались гости, и, разумеется, разговор вращался около болезни и смерти Гоголя и его похорон. Тургенев возмущался равнодушием петербургского общества и, между прочим, сказал, «Я теперь убедился, что взгляд москвичей правилен, а Петербург — представитель чиновничества и лакейства». Арапетов вспылил. По-вашему, надеть креп на шляпу начал он, но Милютин перебил его, спросив Тургенева, расскажите, пожалуйста, подробности о похоронах Гоголя. Вы, вероятно, ведь ездили в Москву. Тургенев не вдруг ответил. Я был болен. Милютин произнес протяжно, да, я слышал о похоронах от одного пожилого чиновника который отпросился у меня съездить на похороны, говоря, что хотя при жизни ему не удалось видеть такого замечательного писателя, то хоть на мертвого посмотрю. Об освобождении Тургенева из-под ареста хлопотали многие, в том числе и Панаев, который ездил по просьбе Тургенева к разным лицам, имевшим доступ к влиятельным особам. По выходе из-под ареста Тургенев был выслан в свою деревню и ему лишь осенью 1853 года разрешено было приехать в Петербург. В том же 1852 году в сентябрьской книжке «Современника» под инициалами «ЛНТ» была напечатана «История моего детства», первое произведение графа Льва Николаевича Толстого. Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору, и все интересовались узнать его фамилию. В кружке же литераторов относились как-то равнодушно к возникавшему таланту. Только один Панаев был в таком восхищении от истории моего детства, что каждый вечер читал ее у кого-нибудь из своих знакомых. Тургенев трунил над Панаевым, уверяя, что все его знакомые прячутся от него на Невском, боясь, что он им и там не стал читать выдержки из этого сочинения, так как Панаев успел наизусть выучить произведение нового автора. Панаев обиделся подтруниванием Тургенева и сказал ему, «Меня удивляет, что ты так равнодушно относишься к такой художественной вещи и не радуешься появлению нового таланта». Тургенев пожал плечами и отвечал, «А меня удивляет, как вы щедры на похвалы. Чуть появился новичок в вашем журнале, сейчас начинаете кричать «Талант!» Отыскиваете в его пробе пера художественность?» Я объясняю это тем, что вы мало знакомы с истинно художественными произведениями в иностранной литературе, а если что и читали, то в слабом переводе вот вы и впадаете в смешное преувеличение заурядных вещиц. Не только в ваших пигмеях, но даже в Пушкине, в Лермонтове, если строго разобрать, немного найдешь оригинальных художественных произведений. Когда их читаешь, то на каждом шагу натыкаешься на подражание гениальным европейским талантам, как, например, Гёте, Байрону. Тургенев более всех современных ему литераторов был знаком с гениальными произведениями иностранной литературы, прочитав их все в подлиннике. Некрасов и Панаев это хорошо сознавали. «Да, Россия отстала в цивилизации от Европы». — продолжал Тургенев. «Разве у нас могут народиться такие великие писатели, как Дамте, Шекспир?» «У нас тоже Бог не обидел Тургенев», — заметил Некрасов. «Для русских Гоголь Шекспир». Тургенев снисходительно улыбнулся и произнес. «Хватил, любезный друг, через край». Ты сообрази громадную разницу. Шекспира читают все образованные нации на всем земном шаре уже несколько веков и бесконечно будут читать. Это мировые писатели, а Гоголя будут читать только одни русские, да и то несколько тысяч, а Европа не будет и знать даже о его существовании. Тяжко вздохнув, Тургенев уныло продолжал. «Печальная вообще участь русских писателей. Они какие-то отверженники». Их жалкое существование кратковременно и бесцветно, правообидно, даже какого-нибудь дюма. Все европейские нации переводят и читают. Бог с ней, с этой европейской известностью, для нас важнее, если б русский народ мог нас читать, сказал Некрасов. Завидую, твоим скромным желанием, ироническим тоном отвечал Тургенев. Не понимаю даже как ты не чувствуешь пришибленности, присмыкания, на которые обречены русские писатели? Ведь мы пишем для какой-то горсточки одних только русских читателей. Впрочем, ты потому не чувствуешь этого, что не видел, какое положение занимают иностранные писатели в каждом цивилизованном государстве. Они считаются передовыми членами образованного общества. А мы? Какие-то парии не смеем высказать ни наших мыслей ни наших взрывов души сейчас нас в кутузку да и это мы должны считать за милость сидишь пишешь и знаешь заранее что участь твоего произведения зависит от каких то бухарцев закутанных в десяти халатах в которых они преют и, и так принюхались к своему вонючему поту что чуть пахнет на их конусообразные головы свежий воздух приходят в ярость и, как дикие звери, начинают вырывать куски из твоего сочинения. По-моему, рациональнее было бы поломать все типографские станки, сжечь все бумажные фабрики, а у кого увидят перо в руках, сажать на кол. Нет, только меня и видели. Как получу наследство, убегу и строки не напишу для русских читателей. — Это тебе так кажется. А поживешь за границей, так потянет тебя в Россию, — произнес Некрасов. — Нас ведь вдохновляет русский народ, русские поля, наши леса. Без них право нам ничего хорошего не написать. Когда я беседую с русским мужиком, его бесхитростная здравая речь, бескорыстное человеческое чувство к ближнему заставляют меня осознавать, как я развращен перед ним и сердцем и умом, и краснеешь за свой эгоизм, которым пропитался до мозга костей. Может быть тебе это кажется диким, но в беседах с образованными людьми у меня не появляется этого сознания. А главное, на русских писателях лежит долг, по мере сил и возможности, раскрывать читателям позорные картины рабства русского народа. Я не ожидал именно от тебя, Некрасов, чтобы ты был способен предаваться таким ребяческим иллюзиям. Это не мои иллюзии, разве не чувствуется это сознание в обществе? Если и зародилось сознание, так разве в виде атома, которого человеческий глаз не может видеть, да и в воздухе, Зараженным миазмами этот атом мгновенно погибнет. Нет, я в душе европеец, мои требования от жизни тоже европейские. Я не намерен покорно ждать участи, когда наступит праздник, и мне выпадет жребий быть съеденным на пиршестве людоедов. Да и квасного патриотизма не понимаю. При первой возможности убегу без оглядки. Отсюда и кончика моего носа не увидите в свою очередь, и ты предаешься ребяческим иллюзиям. Поживешь в Европе, и тебя так потянет к родным полям, и появится такая неутолимая жажда испить кисленького мужицкого квасу, что ты бросишь цветущие чужие поля и возвратишься назад, а при виде родной березы от радости выступят у тебя слезы на глазах. Подобные разговоры я слышала множество раз, и они остались у меня в памяти. Я передаю только один из них. Некрасов был прав, говоря, что Тургенев не в силах будет бросить совсем русские поля. Он возвращался к ним, чтобы воодушевить себя к работе. Тургенев успел при жизни насладиться тем, что не горсточка русских а все грамотные люди в России читают его произведения и оценивают в нем замечательного писателя, да и иностранцы переводят и читают его сочинения. Ему уже нельзя было жаловаться на жалкую долю русского писателя, о существовании которого цивилизованные европейские народы не узнают. Из главы одиннадцатой. О появлении комедии Островского «Свои люди сочтемся» много было разговоров в кружке. Комедия «Свои люди сочтемся», опубликованная в «Москвитянине», 1850 год, номер шестой, сразу обратила на себя внимание русской публики. Однако пьеса и смягченная цензурой вызвала неудовольствие Николая I, запретившего ее к постановке. Островские собрания сочинений, том 1, Москва, страницы 389-390. Видимо, злоключения комедии возбудили разговоры в кружке, о которых пишет Панаева. Некрасов чрезвычайно заинтересовался автором и хлопотал познакомиться с Островским и пригласить его в сотрудники «Современника». Островский, когда ставились его пьесы на сцену, приезжал из Москвы и много возился с артистами, чтобы они хорошенько вникали в свои роли. Островский чуть не до слез умилялся, если артист или артистка старались исполнить его указания. К Мартынову он чувствовал какое-то боготворение. Островский был исключением из драматургов по своей снисходительности к артистам. Он никогда не бронил их, как другие, но еще защищал, если при нем осуждали игру какого-нибудь из артистов. Нет, он право не так плох, как вы говорите, останавливал Островский строгого критика. Он употребил все старание, но что делать, если у него мало сценического таланта? не то было с Тургеневым. Он приходил с репетицией обедать к Панаеву, когда оставилась его пьеса «Завтрак у предводителя». Бесновался и говорил, это не артисты, а благанные паяцы. Они воображают, что в грубой шаржировке и кривлянье вся суть сценического искусства. Да и как могут быть они хорошими артистами, когда поголовно круглые невежды? Провалят мою пьесу, опозорят меня. Тургенев в день спектакля ничего не ел за обедом, так был ажитирован. Панаев его утешал тем, что взял честное слово с своих знакомых молодых людей, что они будут в театре, мы тебя вызовем, будь покоен, — говорил он. Тургенев должен был остаться довольным, приехав в спектакль. Кроме всех членов кружка «Современника» и других литераторов, явившихся смотреть его пьесу, первые ряды кресел были заняты блестящей молодежью, знакомыми Панаева. Вообще, тогда высшее общество считало почему-то неприличным бывать в Александринском театре и посещало только Большой и Михайловские театры. Автора дружно вызвали, и Тургенев из директорской ложи раскланивался с публикой. Пьеса разыграна была очень хорошо. Сосницкий и Линская были превосходны в своих ролях. Мартынов, у которого вся роль состояла из двух-трех фраз, сделал из нее первую роль. Такая замечательная мимика была у него в каждом движении, в каждом взгляде. В этой бессловесной роли он показал как был велик его сценический талант. Завтрак у предводителя, однако, недолго продержался в репертуаре, потому что постоянная публика Александринского театра так привыкла к пошлым водевилям, что тонкий и настоящий юмор был ей не по вкусу. На сцене Александринского театра завтрак у предводителя был сыгран 26 октября 1855 года, о чем сообщали Санкт-Петербургские ведомости. Мемуаристка в своих воспоминаниях, возможно, смешивает спектакли, имея в виду и постановку 1849 года. Я была на третьем представлении завтрака у предводителя, и мне было досадно, что двое приживальщиков Тургенева оказали ему медвежью услугу, вздумав вызывать автора. Их голоса были заглушены дружным шиканием. Тургенева это страшно огорчило, и он в горячности давал клятву, что для такой тупоумной публики никогда более не будет писать пьес. В сущности, он был прав, потому что его пьеса была перлом между теми пьесами, которые давались тогда на русской сцене. Через несколько времени, однако, Тургенев опять написал пьесу «Провинциалку» и поставил ее на сцену 22 января 1851 года эта пьеса держалась в репертуаре дольше, потому что в ней играли две любимицы публики — Вера Васильевна Самойлова и Снеткова. Если не ошибаюсь, Щепкин, приехавший в Петербург на гастроли, взял эту пьесу для своего бенефиса. Щепкин был уже стар, и в сцене признания, что он отец богатой помещицы, так расчувствовался, что расплакался и едва мог говорить свою роль. Речь идет о петербургской премьере пьесы. Впервые провинциалка была поставлена в Москве 18 января старого стиля 1851 года в бенефис Михаила Семеновича Щепкина, исполнявшего роль Ступендиева. Мемуаристка спутала сюжеты пьес «Провинциалка» и «Нахлебник», заметив, что герой «Провинциалки» объявляет себя отцом богатой помещицы. На самом деле это сцена из комедии «Нахлебник», также поставленной в бенефис Щепкина, но уже в 1862 году, 30 января. Островский приехал в Петербург летом хлопотать о постановке своей комедии на Александринской сцене, а в это время уже готовилась Крымская война. За обедом присутствующие только и говорили, что о войне. Островский не принимал никакого участия в жарких спорах о предстоящей войне, и когда Тургенев заметил ему, неужели его не интересует такой животрепещущий вопрос, как война, то Островский ответил, «В данный момент меня более всего интересует, дозволит ли здешняя дирекция поставить мне на сцену мою комедию». Все ахнули. А Тургенев заметил с многозначительной улыбкой. «Странно. Я не ожидал такого в вас равнодушия к России». «Что тут для вас странного?» «Я думаю», что если бы и вы находились в моем положении, то также интересовались бы участью своего произведения. Я пишу для сцены, и если мне не разрешат ставить на сцену мои пьесы, я буду самым несчастнейшим человеком на свете». Когда Островский и другие гости разъехались и остались самые близкие, Тургенев разразился негодованием на Островского. Нет, каков наш купеческий Шекспир? У него чертовское самомнение, и с каким гонором он возвестил о том, что постановка на сцену его комедии важнее для России, чем предстоящая война. Я давно заметил его пренебрежительную улыбочку, с какой он на нас всех смотрит. «Какое вы все ничтожество перед моим великим талантом!» полно, Тургенев, — остановил его Некрасов. — Ты когда расходишься, то удержу тебе нет. В тебе две крайности — или ты слишком строго, или чересчур снисходительно относишься к людям. А насчет авторского самолюбия, то у кого из нас его нет? Островский — только откровение других. Я, брат, при встрече с каждым субъектом делаю ему психический анализ и не ошибаюсь в диагностике, — ответил Тургенев. Некрасов улыбнулся, да и другие также, потому что было множество фактов, как Тургенев самых пошлых и бездарных личностей превозносил до небес, а потом сам называл их пошляками и дренцой. из главы двенадцатой. Я должна вернуться назад и рассказать о появлении графа Льва Николаевича Толстого в кружке современника. Он был тогда еще офицер и единственный сотрудник современника, носивший военную форму. Его литературный талант настолько уже проявился, что все корифеи литературы должны были признать его за равного себе. Впрочем, граф Толстой был не из робких людей, да и сам сознавал силу своего таланта, а потому держал себя, как мне казалось тогда, с некоторой даже напускной развязностью. Я никогда не вступала в разговоры с литераторами, когда они собирались у нас, а только молча слушала и наблюдала за всеми. Особенно мне интересно было следить за Тургеневым и за графом Толстым, когда они сходились вместе, спорили или делали свои замечания друг другу, потому что оба они были очень умные и наблюдательные. О встречах и полемике Тургенева и Льва Толстого в кругу сотрудников «Современника» на знаменитых некрасовских обедах, в воспоминаниях Григоровича, Фета и комментариях к ним. Мнение графа Толстого о Тургеневе я не слышала, да и вообще он не высказывал своих мнений ни о ком из литераторов, по крайней мере, при мне. Но Тургенев, напротив, имел какую-то потребность изливать о всяком свои наблюдения. Когда Тургенев только что познакомился с графом Толстым, то сказал о нем, ни одного слова, ни одного движения в нем нет естественного. Он вечно рисуется перед нами, и я затрудняюсь, как объяснить в умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством. — Не заметил я этого в Толстом, — возразил Панаев. — Ну да ты много чего не замечаешь, — ответил Тургенев. Через несколько времени Тургенев нашел, что Толстой имеет претензию на донжуанство. Раз как-то граф Толстой рассказывал некоторые интересные эпизоды, случившиеся с ним на войне. Когда он ушел, то Тургенев произнес. «Хоть в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства, каким лаком образованности не отполируй такого субъекта, все-таки в нем просвечивает зверство. И Тургенев принялся критиковать каждую фразу графа Толстого, тон его голоса, выражение лица, и закончил. И все это зверство, как подумаешь, из одного желания получить отличие. «Знаешь ли, Тургенев, — заметил ему Панаев, — если бы я тебя не знал так хорошо, то, слушая все твои нападки на Толстого, подумал бы, что ты завидуешь ему». «В чем это я могу завидовать ему? В чем, говори?» — воскликнул Тургенев. «Конечно, в сущности ни в чем. Твой талант равен его, но могут подумать...» Тургенев засмеялся и с каким-то сожалением в голосе произнес. «Ты, Панаев, хороший наблюдатель, когда дело идет о хлыщах, но не советую тебе порываться высказывать свои наблюдения» вне этой сферы. Тургенев намекает на очерки Панаева под названием «Хлыщ», 1856 год. Существовало мнение, что и само слово «хлыщ» изобретено Панаевым. Панаев обиделся. «Я тебе это заметил для твоей же пользы», — сказал он и ушел. Тургенев продолжал кипятиться и с досадой говорил, «Только Панаеву могла прийти в голову нелепая мысль, что я мог завидовать Толстому. Уж не его ли графству?» Некрасов все это время мало говорил, потому что болезнь горла совершенно подавляла его. Он только заметил Тургеневу, «Да брось ты рассуждать о том, что вздумалось сказать Панаеву. Точно в самом деле можно тебя заподозрить в такой нелепости». Из главы 13. В 1856 году весной я уехала за границу на морские ванны и в конце августа получила от Некрасова письмо, в котором он просил меня встретить его в Вене, куда его послал доктор Шипулинский, чтобы он посоветовался с каким-то знаменитым венским доктором относительно своей горловой болезни. Я опасалась, что Некрасов по незнанию иностранных языков встретит немало затруднений добраться до Вены, но он благополучно совершил путешествие и уморительно рассказывал, как объяснялся в отелях и на железных дорогах. «Пугает меня безязычие», — замечал Некрасов перед отъездом за границу. Некрасов, том 10, страница 229 девятая. Некрасов уехал лечиться 11 августа 1856 года. Мрачное настроение духа, в котором он находился с тех пор, как заболело у него горло, исчезло. После свидания с венской знаменитостью Некрасов снова впал в уныние. Знаменитость нашла его болезнь очень серьезной, предписала строжайший режим и велела ему ехать в Италию, где и провести зиму. Но когда начались сильные жары, Некрасов стал чувствовать слабость, бессонницу и сильное нервное возбуждение. Надо было поскорее увезти его из Неаполя. Он пожелал ехать в Париж, куда его звал Тургенев. Не очень-то хотелось мне ехать в Париж, но нельзя было оставить больного человека без знания языка, и я, скрипя сердце, поехала. Некрасов, напротив, рвался свидеться с Тургеневым. Тургенев целые дни проводил с Некрасовым, показывая ему Париж, и уговорил его ненадолго съездить в Лондон к Герцену. По возвращении оттуда Некрасов тщательно скрыл от меня, виделся ли он с Герценом или нет. Не точно. Некрасов один ездил к Тургеневу в Париж, а желание встретиться с Герценом он писал Тургеневу в Лондон значительно позже, 26 мая 1857 года. В числе причин, по которым мне хотелось поехать, главное было увидеть Герцена. Некрасов, том 10, страницы 340 и 341. Эта столь желанная для поэта встреча не состоялась, так как Герцен, возмущенный неблаговидной историей с Огаревским наследством, не захотел видеть Некрасовым. В силу досадного недоразумения на Некрасова пало подозрение в присвоении части денег, которые по суду выплачивал Огарев своей первой жене. После ее смерти выяснилось, что значительной доли этих денег она не получила. Деньги были растрачены, как это впоследствии удалось установить поверенным Огаревой Шаншиевым, не без участия Авдотьи Яковлевны Панаевой. Подробно об этом в книге «Черняк. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об Огаревском наследстве. Москва-Ленинград. 1933 год». Вскоре Тургенев познакомился с одним аристократическим княжеским русским семейством и перестал водиться с Некрасовым. Он приходил только перед обедом, чтобы вместе идти в какой-нибудь ресторан, потому что утро у него было занято визитами, а вечера он проводил в княжеском салоне. В Париже находилось еще несколько русских общих знакомых, не литераторов, которые приходили обедать в тот же ресторан. Они принимали живое участие в Тургеневе и в его отсутствии строили предположение о том, что он намерен жениться на княжне Мещерской. Я познакомился здесь со многими русскими и французами. — писал Тургенев 8 декабря 1856 года Льву Николаевичу Толстому. Но симпатических натур нашел весьма мало. Есть одна княжна Мещерская, совершенная гетовская Гретхен, прелесть. Да, к сожалению, по-русски не понимает ни слова. А мила она так, что и описать нельзя. Тургенев, письма, том 3, страницы 55 и 74. Тем более, что и сам Тургенев постоянными своими разговорами о ней подавал к этому повод. Некрасов однажды спросил Тургенева, «Ты, брат, в самом деле не задумываешь ли жениться? Это будет верх глупости с твоей стороны, и я этого не ожидал от тебя». Тургенев на это ответил с оттенком неудовольствия. «Что же я, какой-нибудь физический или нравственный урод, что для меня невозможна семейная жизнь?» Остаться бобылем под старость — скверная вещь, и тебе советую об этом подумать. Молодость-то наша с тобой не ахти прошла, как весело. Испытали мы с тобой много передряг, не быв женатыми. Ты можешь жениться, только не на аристократке, иначе ты погубишь себя. Тургенев улыбнулся и ответил. А я иначе не женюсь, как именно только на такой девушке, которая была бы выдрессирована аристократическим воспитанием, потому что это самая лучшая гарантия для меня в семейном спокойствии. Я был бы несчастным человеком, если б моя жена обладала вульгарными манерами» аристократическая дрессировка женщин тем и хороша, что если они и сердятся, то и тогда сохраняют изящество и никогда не возмутят себя резкими выходками, которым я питаю непреодолимое отвращение. И жить вместе с такой женщиной для меня немыслимо. Да ведь ты сам говорил, что княжна совершенно не подготовлена к жизни, имеет детские взгляды на вещи. Тем лучше для меня». Я могу, как из воску, вылепить себе жену, какую хочу. Я бы никогда не женился на девушке, которая уже имела жизненную опытность. То-то и привлекательно, что будешь развивать в своей жене те взгляды, которые желаешь, чтобы она имела на жизнь». «Брось ты бывать в этом аристократическом салоне», — сказал Некрасов. «Еще влюбишься до зарезу, а родители найдут, что ты недостаточно хорошая партия для их дочери». О, в этом отношении я вполне гарантирован. В Париже у них плохой выбор женихов. Все эти маркизы и виконты, посещающие их салон, предпочтут всегда породниться с русским купцом-миллионером или с жидом-откупщиком, нежели с русскими князьями, у которых едва хватает средств сохранить декорум достаточных людей. Княгиня придумала себе оригинальную болезнь — Боль в пятках. И под этим предлогом не выезжает на балы и парадные обеды, чтобы и самой их не давать. В своем салоне она постоянно лежит на кушетке, и ее возят в креслах из комнаты в комнату. Но мне раз удалось видеть из кабинета князя, чего она не подозревала, как она отличнейшим образом может ходить. Только аристократическая женщина способна на такой героический поступок для поддержания своего достоинства. «Есть чем восхищаться», — заметил Некрасов. «Ну, ты об этих вещах плохой, — судья, — отвечал Тургенев и продолжал. Я для того тебе это сказал, чтобы ты понял, в каком затруднении находятся в настоящее время родители с взрослой дочерью. Нельзя же, чтобы...» и у дочери появилась такая же боль в пятках, как у матери. Как видишь, мои фонды высоко стоят, если бы я только вздумал посвататься. Если ты не думаешь жениться, зачем же так часто бываешь в этом семействе? Не знаю, испытывал ли ты те ощущения, какие я испытываю, когда после долгой русской зимы в первый раз весной очутишься в березовой роще, деревья покрыты девственными блестящими листочками, точно лаком. В невысокой изумрудной траве выглядывают не совсем еще распустившиеся полевые цветы, воздух пропитан смолистым сочным ароматом, Вдыхая его в себя, чувствуешь, как твоя душа также обновляется и оживает, как природа. Я вижу, что ты задумал писать новую повесть и собираешь материал. Пока еще ничего не задумал писать, но во всяком случае для писателя очень важно время от времени возобновлять те юношеские ощущения, которые некогда испытывал в присутствии девушки, такой же юной, как он сам. С летами эти нежные ощущения притупляются от чувственных отношений к женщинам. Вскоре весною 1857 года приехал в Париж писатель граф Лев Николаевич Толстой. И Тургенев точно по обязанности подробно докладывал, как Толстой держит себя в русском аристократическом салоне, где они часто сходились толстой никогда ни слова не говорил о тургеневе а последний наоборот не стеснялся даже в присутствии посторонних людей делать свои замечания о нем некрасов раз заметил тургеневу ты какой то вздор рассказываешь о толстом можно подумать что он отродясь не был в таких салонах ты сегодня в хандре и придираешься ко всему улыбаясь ответил тургенев но переменил разговор и так увлекательно стал рассказывать какой-то эпизод из своих охотничьих приключений, что нельзя было его не заслушаться. Не могу в точности определить, в скором ли времени по приезде Толстого в Париж произошла следующая история. Однажды Тургенев против своего обыкновения явился к нашему завтраку. Я никогда не видала его таким взволнованным. Едва войдя в комнату, он воскликнул. «Знаешь ли, Некрасов, какую штуку выкинул сейчас со мной Толстой? Он сделал мне вызов». Некрасов вскочил с кресел, и его без того бледное лицо буквально помертвело, а сиплый голос до того упал, что он шепотом проговорил. «Тебе вызов?» Придумал глупейший предлог. Если бы даже был самый серьезный предлог, то вам стреляться невозможно, — дрожащим голосом сказал Некрасов. — Чисто юнкерская выходка, я... — Дело говоря, не глупости, — перебил его Некрасов. — Ты сам посуди. Кто бы из нас придал серьезное значение женской сплетни, — продолжал Тургенев. — Господи, да говори толком! — в нетерпении воскликнул Некрасов. «Какого ты хочешь добиться толку в женской сплетне?» — горячась отвечал Тургенев. «Черт знает, из каких-то своих расчетов княгине понадобилось поссорить нас». «Едем сейчас же к Толстому, и ты разъяснишь ему, что это сплетня». «Нет, я не намерен лезть к человеку, который явно придрался к пустому случаю, чтобы выместить на мне свои неудачи». «Замолчи ты ради Христа!» — опять крикнул Некрасов на Тургенева. «Я вижу, что в самом деле тебе не следует ехать, потому что ты мелешь какой-то вздор. Я еду один». «Только, пожалуйста, не проговорись, что видел меня. Он еще подумает, что я подослал тебя к нему. Скажи, что узнал об его вызове от моего секунданта. Я сейчас поеду к Энн и буду просить его быть моим секундантом. Тургенев сказал это уже спокойным тоном и направился к двери. Некрасов, собрав все силы, крикнул ему Погоди! Тургенев, держась за ручку двери, повернул голову и ждал, когда Некрасов подойдет к нему. — Ты должен выкинуть из головы мысль стреляться с Толстым. Ты должен пожертвовать всем, чтобы между вами не было дуэли, иначе это будет позорное преступление. Все это Некрасов проговорил, хотя и тихо, но очень энергично. Тургенев пожал плечами и отвечал ему также выразительно. Ты это не мне должен говорить, а тому, кто из-за женской сплетни сделал мне вызов. Проговорив это, он быстро повернулся и ушел. Некрасов в изнеможении сел в кресло и в отчаянии произнес «Боже мой, боже мой, им стреляться!» Я подала ему успокоительных капель, но он не захотел их выпить и, быстро вскочив с места, взял свою шляпу и палку и ушел, сказав мне на ходу Пожалуйста, ни слова не говорите никому из наших знакомых о вызове. Историю ссоры Тургенева с Толстым Панаева рассказала неверно, перепутав и время событий, и место, и причину разрыва, действительно чуть не приведшего к дуэли. Воспоминания Фета и комментарии к ним. Из главы 14. Добролюбов и Чернышевский сделались в это время уже постоянными сотрудниками современника. Чернышевский и Добролюбов сделались постоянными сотрудниками современника в разное время. Некрасов познакомился с Чернышевским в конце 1853 года, а с 1854 года Чернышевский стал одним из редакторов журнала. Знакомство с Добролюбовым состоялось в 1857 году. В этом же году Некрасов привлек Добролюбова к постоянному участию в современнике. Я только раскланивалась с ними, встречаясь в редакции, хотя я с большим интересом читала их статьи, но не имела желания поближе познакомиться с авторами. Старые сотрудники находили, что общество Чернышевского и Добролюбова нагоняет тоску. «Мертвичины от них несет», — находил Тургенев. «Ничто их не интересует». Тургенев раз за обедом сказал, Однако «Современник» скоро сделается исключительно семинарским журналом. Что не статья, то семинарист оказывается автором. «Не все ли равно, кто бы ни написал статью, раз она отдельная, проговорил Некрасов. «Да-да». «Но откуда и каким образом семинаристы появились в литературе?» — спросил Анненков. «Вините, господа Белинского», это он причиной что ваше дворянское достоинство оскорблено и вам приходится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами заметила я как видите не бесследно была деятельность белинского проникла таки умственное развитие и в другие классы общества анненков залился своим обычным смехом а тургенев иронически улыбаясь произнес вот какого мнения о нас господа это мнение всякий о вас составит если послушает вас отвечала я григорович было хотел что то заметить мне но тургенев остановил его на слове голубушка вы перебив лучше не надо разуверять авдотью якольну она еще выведет новое заключение в том же роде о нас а мы и так поражены и уничтожены панаева упрощает историю назревавшего конфликта между старыми и новыми сотрудниками «Современника» — Тургеневым, Анненковым, Дружининым, Григоровичем, Боткиным с одной стороны и Чернышевским, Некрасовым, Добролюбовым с другой. Об этом воспоминания Чернышевского и комментарии к ним. У Тургенева каждую неделю обедали литераторы. Раз придя в редакцию, он сказал Панаеву, Некрасову и находившимся тут некоторым старым знакомым литераторам, «Господа, не забудьте, я вас всех жду сегодня обедать ко мне». И затем, поворотив голову к Добролюбову, прибавил, «Приходите и вы, молодой человек». Тургенев, наверное, услыхал бы громкий смех Добролюбова, если бы он смеялся, как другие но он только улыбался. Тургенев в это время наслаждался вполне своей литературной известностью, держал себя очень величественно с молодыми писателями и вообще со всеми незначительными лицами. Я посмеялась Добролюбову, что он, должно быть, считает себя сегодня счастливейшим человеком, удостоившись приглашения на обед от главного литературного генерала. Еще бы такая неожиданная честь. Что ж, пойдете? Спросила я, хотя была уверена, что он не пойдет после такого приглашения. К сожалению, у меня нет фрака, а в Сюртуке не смею явиться к генералу, отвечал улыбаясь Добролюбов. Панаев и Некрасов были удивлены, что Добролюбов не хочет ехать вместе с ними на обед к Тургеневу. Они не обратили внимания на тон приглашения. «Вас же приглашал Тургенев», — сказал ему Некрасов. «После такого приглашения я никогда не пойду к Тургеневу». Некрасов удивленно произнес, «Да он всех так пригласил». «Вы все его очень короткие знакомые, а я нет». «Это у него такая манера», — заметил Панаев. Должно быть, Некрасов намекнул Тургеневу, почему Добролюбов не пришел обедать, потому что Тургенев в следующий раз сделал ему любезное приглашение, но это не тронуло Добролюбова, и он все-таки не пошел. Тургенев заметно стал относиться внимательнее к Добролюбову и начал заводить с ним разговоры, когда встречал его в редакции или обедая у нас, потому что литературная известность Добролюбова быстро росла. Тургенева заметно коробило, что Добролюбов все-таки не является к нему на обед, и он однажды сказал Панаеву, «Привези ты его обедать ко мне, уверь его, что он не застанет у меня общество, в котором никогда не бывал». Наконец Тургенев понял, что причина, по которой Добролюбов не является на его обеды, заключается вовсе не в страхе встретиться с аристократическим обществом. «В нашей молодости, — сказал он Панаеву, — мы рвались хоть посмотреть поближе на литературных авторитетных лиц, приходили в восторг от каждого их слова». «В новом поколении, — продолжал Тургенев, — мы видим игнорирование авторитетов, вообще сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений. Все они точно мертворожденные». Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости. Это какие-то нравственные уроды. Это нам лишь кажется, что новое поколение литераторов лишено увлечений. Положим, у нас увлечений было больше, но зато у них они дельнее, — возразил Панаев на тебя кажется семинарская сфера начинает влиять с пренебрежительным сожалением произнес тургенев господа прибавил он обращаясь к присутствующим в комнате панаев начинает отрекаться от своих традиций которым с таким неуклонным рвением следовал всю свою жизнь от чего же не сознаться если это правда Теперь молодые люди умнее, дельнее и устойчивее в своих убеждениях, нежели были мы в те же лета, отвечал Панаев. Тургенев с притворным ужасом, обращаясь к присутствующим, воскликнул. Господа! Неужели мы дожили до такого печального времени, что увидим нашего элегантного Панаева в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, с сомнительной чистоты воротничком рубашки, без перчаток и в очках? Добролюбов и Чернышевский всегда носили сюртуки и очки, но, разумеется, никогда не ходили в грязном белье. «Мое зрение стало слабо, и я должен скоро надеть очки», — отвечал Панаев. «Ну нет», — воскликнул Тургенев, — «мы все, твои давнишние друзья, не допустим тебя сделаться семинаристом. Мы спасем тебя, несмотря на все старания некоторых личностей, обратить тебя в поборника тех нравственных принципов, которых требуют от людей семинарские публицисты-отрицатели, не признающие эстетических потребностей жизни». Им завидно, что их вырастили на постном масле, и вот они с нахальством хотят стереть с лица земли поэзию, изящное искусство, все эстетические наслаждения и водворить свои семинарские грубые принципы. Это, господа, литературные Робеспьеры. Тот ведь тоже не задумался ни минуты отрубить голову поэту Шенье. «Бог с тобой, Тургенев!» Какие ты выдумал сравнения, воскликнул Панаев в испуге. Ты, ради бога, не делай этих сравнений в другом обществе. Ты наивен. Неужели ты думаешь, что статьи этих семинаристов читают в порядочном обществе? Однако тогда бы подписка на современник с каждым годом не увеличивалась по старой памяти ждут от современника прежнего его стремления к развитию в обществе художественных вопросов. Меня удивляет, как Некрасов с его практичностью не видит, что семинаристы топят журнал в грязной луже. Между сотрудниками современника Тургенев был бесспорно самый начитанный, но с появлением Чернышевского и Добролюбова он увидел, что эти люди посерьезнее его, знакомы с иностранной литературой. Тургенев сам сказал Некрасову, когда побеседовал с Добролюбовым, «Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями. И какая чертовская память!» Я тебе говорил, что у него замечательная голова, отвечал Некрасов. Можно подумать, что лучшие профессора руководили его умственным развитием и образованием. Это, брат, русский самородок. Утешительный факт, который показывает силу русского ума, несмотря на все неблагоприятные общественные условия жизни. Через десять лет литературной своей деятельности Добролюбов будет иметь такое же значение в русской литературе, как Белинский. Тургенев рассмеялся и воскликнул. «Я думал, что ты бросил свои смешные пророчества о будущности каждого нового сотрудника в «Современнике». «Увидишь», — сказал Некрасов. «Меня удивляет», — возразил Тургенев, — «как ты сам не видишь огромного недостатка в Добролюбове, чтобы можно было его сравнить с Белинским». В последнем был священный огонь понимания художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а в Добролюбове всюду сухость и односторонность взгляда. Белинский своими статьями развивал эстетическое чувство, увлекал ко всему возвышенному. Я даже намекал на этот недостаток Добролюбову в моих разговорах с ним, и уверен, что он примет это к сведению. Ты, Тургенев, забываешь, что теперь не то время, какое было при Белинском. Теперь читателю нужны разъяснения общественных вопросов. Да и я положительно не согласен с тобой, что в добролюбиве нет понимания поэзии. Если он в своих статьях слишком напирает на нравственную сторону общества, то сам сознайся, это необходимо, потому что она очень слаба, шатка даже в нас, представителях ее, а уж о толпе и говорить нечего. Когда Тургенев убедился, что Добролюбов не поддается на его любезные приглашения, то оскорбился и начал говорить, что в статьях Добролюбова виден инквизиторский прием. А смеять, загрязнить всякое увлечение, все благородные порывы души писателя, что он возводит на пьедестал материализм, сердечную сухость и с нахальством глумиться над поэзией что никогда русская литература до вторжения в нее семинаристов не потворствовала мальчишкам из желания приобрести этим популярность. Кто любит русскую литературу и дорожит ее достоинством, тот должен употребить все усилия, чтобы избавить ее от этих кутейников-вандалов. Эти воззвания Тургенева доходили до Добролюбова, но он не обращал на них внимания и удивлялся только одному — к чему об этом передают ему? Неужели думают, говорил он, что я испугаюсь таких угроз в угоду Тургеневу и изменю свои убеждения? Странные понятия у этих господ. Из главы пятнадцатой. Теперь расскажу, каким образом произошел разрыв между Тургеневым и современникам. Добролюбов написал статью о повести Тургенева накануне, и она была послана к цензору Бикетову. Все читавшие эту статью находили, что Добролюбов — Хвалил автора и отдавал должное его таланту, да иначе и быть не могло. Добролюбов настолько был честен, что никогда не позволял себе примешивать к своим отзывам о чьих-либо литературных произведениях своих личных симпатий и антипатий. Некрасов пришел ко мне очень встревоженно и сказал, «Ну, Добролюбов заварил кашу, Тургенев страшно оскорбился его статьею». И как это я сделал такой промах, что не отговорил Добролюбова от намерения написать статью о новой повести Тургенева для нынешней книжки «Современника»? Тургенев сейчас прислал ко мне Колбасина с просьбой выбросить из статьи «Все начало». Имеется в виду один из братьев Колбасинах, молодых приятелей Тургенева, исполнителей его поручений. По всей вероятности, это... Елисей Яковлевич колбасин, я еще не успел ее прочитать. По словам Тургенева, перед на мне колбасином Добролюбов будто бы глумился над его литературным авторитетом, и вся статья переполнена какими-то недобросовестными ехидными намеками. Некрасов говорил все это недоумевающим тоном, да и точно нелепо было допустить, чтобы Добролюбов мог написать недобросовестную статью о таком талантливом писателе, как Тургенев. Я удивилась, каким образом могли попасть в руки Тургенева корректурные листы статьи Добролюбова. Оказалось, что цензор Бикетов сам отвез их Тургеневу из желания услужить. Я стала порицать поступок цензора, но Некрасов нетерпеливо сказал, «Дело идет не о цензоре, а о требовании Тургенева выкинуть все начало статьи, нельзя же ссориться с ним». «А вы находите, что с Добролюбовым можно?» — спросила я. «Он, наверное, не захочет признать за Тургеневым цензорские права над своими статьями». Добролюбов настолько умен, что поймет всю невыгоду для журнала потерять такого сотрудника, как Тургенев, — ответил мне Некрасов. Да и Тургенев настолько же умен, чтобы, заявляя свои требования, не знать заранее, что Добролюбов им не подчинится. Некрасов, стараясь объяснить себе поступок Тургенева, сказал, «Не отзывался ли Добролюбов в каком-нибудь обществе нехорошо о а Тургеневе. Может быть, это дошло до него, и вот он с предвзятой мыслью прочел статью, вспылил и сгоряча прислал подвернувшегося под руку Колбасина ко мне. Предположение Некрасова не имело основания. Добролюбов в обществе никогда не касался личности литераторов, да и бывал вообще в обществе таких людей, которые не занимались пересудами и сплетнями. Я подивилась, почему Тургенев не сам приехал объясниться с Некрасовым, с которым находился столько лет в самых коротких приятельских отношениях, а прибегнул к посреднику. — Ну, что толковать о пустяках, — ответил Некрасов. — Важно то, чтобы поскорее успокоить Тургенева. Он потом сам увидит, что погорячился. Некрасов отправился объясняться к Добролюбову. Через час Добролюбов пришел ко мне, и я услышала в его голосе раздражение. «Знаете ли, что проделал цензор с моей статьей?» — сказал он. Я ему отвечала, что все знаю. Тогда Добролюбов продолжал. «Отличился Тургенев. По-генеральски ведет себя». Удивил меня также и Некрасов, вообразив, что я способен на лакейскую угодливость. Ввиду нелепых обвинений на мою статью, я теперь ни одной фразы не выкину из нее. Добролюбов прибавил, что сейчас едет объясняться к цензору Бикетову. Я заметила, что не стоит тратить времени на объяснение. Тургенев читал статью Добролюбова, а накануне, переданную ему цензором Бикетовым, а, возможно, и самим Некрасовым, в ее первоначальном варианте Некрасов писал Чернышевскому, я прочитал статью и отдал ее Тургеневу. Я выморал много, но иначе нельзя, по моему мнению, Некрасов, том 10, страница 413. Достоверность фактов, рассказанных Панаевой, подтверждается письмом цензора Бикетова от 19 февраля 1860 года к Добролюбову, в котором он просил критика поступиться некоторыми положениями статьи, чтобы избежать конфликта с Тургеневым. Добролюбов, в том шестой странице, 490-491. Известно, что Тургенев обращался с личной просьбой к Некрасову не публиковать статью Добролюбова «Убедительно тебя прошу, милый Некрасов», — писал Тургенев, — «не печатать этой статьи. Она, кроме неприятностей, ничего мне наделать не может. Она несправедлива и риска» я не буду знать, куда деться, если она напечатается. Тургенев, письма, том 4, страница 41. Я заметила, что не стоит тратить время на объяснение. «Как не стоит!» — возразил Добролюбов. «Если у человека не хватает смысла понять самому, что нельзя дозволять себе такое бесцеремонное обращение с статьями, которые он обязан цензуровать, а не развозить для прочтения, кому ему вздумается?» Цензор Бикетов... Преклонялся перед авторитетом Тургенева и воображал, что и тот питает к нему большое уважение за его цензорскую храбрость. Бикетов всегда торжественно объявлял «Я, господа, опять получил выговор от начальства. Это третий в один месяц», и Бикетов с гордостью обводил глазами всех. Бикетов действительно не раз испытывал крупные неприятности по службе в связи с цензурированием «современника». Вплоть до отстранения от должности. На днях «современник» получил сильнейший нагоняй, сообщал Тургенев в письме к Герцену от 5-17 декабря 1856 года, и Бекетова от него отставили за перепечатание трех стихотворений Некрасовым. Тургенев, письма, том третьей страницы 50 и 477. Тургенев потешался над Бикетовым, расхваливая его храбрость, и говорил ему, что он единственный просвещенный цензор в России. Простодушный Бикетов умилялся и растроганным голосом благодарил литераторов за то, что они ценят его деятельность, и распространялся о своих либеральных подвигах. Когда Бикетов уходил, то Тургенев покатывался со смеху и восклицал «Вот хвастливый гусь! Я думаю, у самого от каждого выговора под жилками трясется, а он кричит о своей храбрости». Некрасов, давший знать Тургеневу, что сам будет у него, поехал к нему, но не застал его дома и намеревался перед клубным обедом опять заехать к нему, объясняя себе отсутствие Тургенева какой-нибудь случайностью. В этот вечер Некрасов вернулся из клуба около двух часов ночи и вошел в нашу столовую. Он был мрачен и, подавая мне записку, сказал... Мне не удалось опять застать дома Тургенева. Я оставил ему письмо. И вот какой получил ответ. Прочитайте-ка. Ответ Тургенева состоял из одной фразы ⁇ Выбирай я или Добролюбов ⁇ Некрасов был сильно озадачен этим ультиматумом и, ходя по комнате, говорил, «Я внимательно прочел статью Добролюбова и положительно не нашел в ней ничего, чем мог бы оскорбиться Тургенев. Я это написал ему, а он вот какой ответ мне прислал. Какая черная кошка пробежала между ними?» «Остается одно», вовсе не печатать этой статьи. Добролюбов очень дорожит журнальным делом и не захочет, чтобы из-за его статьи у Тургенева произошел разрыв с современником. Это повредит журналу, да и прибавит Добролюба у врагов, которых у него и так много. В литературе обрадуются случаю, поднимут гвалт, на него посыплются разные сплетни, так что гораздо благоразумнее избежать всего этого. Я в таком состоянии, что не могу идти к нему объясняться. Лучше вы передайте, какой серьезный оборот приняло дело. Я отправилась к Добролюбову. Он удивился моему позднему приходу. Я придала шутливый тон своему поручению и сказала, я явилась к вам как парламентер. Догадываюсь предлагают сдаться?» — с усмешкой спросил он. «Рассчитывают на ваше благоразумие, которое устранит важную потерю для журнала». Некрасов получил записку от Тургенева. «Вероятно, Тургенев грозит, что не будет более сотрудником в «Современнике», если напечатают мою статью», — перебил меня Добролюбов. «Непонятно мне, для чего понадобилось Тургеневу придираться к моей статье». Он мог бы прямо заявить Некрасову, что не желает сотрудничать вместе со мной. Каждый свободен в своих симпатиях и антипатиях к людям. Я выведу Некрасова из затруднительного положения. Я сам не желаю быть сотрудником в журнале, если мне нужно подлаживаться к авторам, о произведениях которых я пишу. Добролюбов не дал мне возразить и добавил, «Нет уж, если вы взялись за роль парламентера, так выполните ее по всем правилам и передайте мой ответ Некрасову». Идя от Добролюбова, я встретила в передней Панаева, только что вернувшегося домой, и передала ему ответ Добролюбова. «О чем хлопочет Некрасов?» — сказал Панаев. «Никакого соглашения не может быть с Тургеневым. Я был в театре, и там мне говорили...» как о деле решенном, что Тургенев не хочет более иметь дело с современником, потому что редакторы дозволяют писать на него ругательные статьи. Анненков накинулся на меня с пеной у рта, упрекая в черной неблагодарности и уверяя, что единственно одному Тургеневу мы обязаны успехом журнала, что мы осрамили себя, дозволив нахальному и ехидному мальчишке писать ругательство о таком великом писателе, как Тургенев. Я не мог уйти от него, потому что в проходе была толпа, а Анинков воспользовался этим и наручно громко говорил, чтобы все его слышали. Я только тем заставил его замолчать, когда сказал ему, что он верно за обедом выпил много шампанского, что так кричит в публике. Я сообщила Некрасову ответ добролюбовым. «Ну вот, не доставало этого!» — с досадой воскликнул Некрасов. В эту минуту вошел Панаев и передал Некрасову выходку Анненкова в театре. Некрасов выслушал его молча и, тяжко вздохнув, произнес. «Ну, тут ничего не поделаешь». Значит, постарались науськать Тургенева на Добролюбовым. И, обратясь ко мне, он продолжал. «Скажите Добролюбову, чтобы он не сердился на меня, если я его обидел чем-нибудь очень я расстроен. Лучше завтра утром поговорим. Нам обоим надо успокоиться. Когда я рассказала Добролюбову о разговоре Анненкова с Панаевым, Добролюбов пожал плечами и заметил. Напрасно они думают, что стоит только им произнести свой приговор над человеком, что он дурак и недобросовестный, то им бесконтрольно все поверят. Удивляюсь, как мало у этих людей чувства собственного достоинства. Не знаю, какой разговор происходил на другое утро у Некрасова с Добролюбовым, но, придя от него, Некрасов сказал мне, «Добролюбов — это такая светлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоким уважением. Этот человек не то что мы, он так строго сам следит за собой, что мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены. Мне больно и обидно, что тургенев составил себе такое превратное понятие о человеке такой редкой честности. Некрасова и Добролюбова связывали не только общность интересов, воззрений, но и большая человеческая симпатия. В письме к Чернышевскому от 12-24 июня 1864 года Добролюбов признавался, «Ведь кроме вас, да его, у меня никого теперь нет в Петербурге». В некоторых отношениях он даже ближе ко мне. Добролюбов, том 9, страница 475. Но ну, Бог даст... Все недоразумения выясниться, и Тургенев устыдится, что по слабости своего характера поддался влиянию завистливых сплетников, которых, к несчастью, слишком много развелось в литературе. До последнего момента Некрасов надеялся, что окончательного разрыва Тургенева с современником не произойдет. «Что Тургенев на всех нас сердится», — писал он Добролюбову 1 января 1861 года, — «это неудивительно. Его подбивают приятели, а он таки способен смотреть чужими глазами. Вы его, однако, не задеваете он ни в чем не выдерживает долго и придет еще к нам, если уж очень больно не укусим. А в этом-то и будет ваше торжество. Да и лично мне не хотелось бы, чтобы в современнике его трогали. Некрасов, том 10, страница 438. Когда же Герцен заявил о намерении выступить в колоколе со статьей по делу об Огаревском наследстве, Тургенев писал ему, «Хотя Некрасов тебе вовсе не свой, но все-таки согласись, что это значило бы бить по своим». Тургенев, письма, том 3, страница 132. Некрасов был убежден, что, несмотря на разрыв Тургенева с современником, это не повлияет на их давнешнюю дружбу. Он имел право так думать, потому что, когда прежде у Тургенева выходили истории с некоторыми литераторами из-за его нелестных отзывов о них на стороне, Тургенев говорил тогда Некрасову, «Вот между нами подобных историй не может произойти, потому что мы оба не поверим никаким сплетням». Сколько раз пробовали нас поссорить, наушничая, что я будто бы о тебе дурно отзывался, однако ты не поверил же. Мне кажется, если бы ты вдруг сделался ярым крепостником, то и тогда бы наша дружба не могла пострадать. Я бы снисходительно относился к перемене твоих убеждений. Мы, брат, с тобой теперь так крепко связаны, что ничто не может нас разлучить». Некрасов был привязан к Тургеневу и твердо убежден в его взаимной привязанности к нему. Некрасов понимал, что для журнала Добролюбов необходим. Тургенев в последнее время почти ничего не делал для современника. Принявшись за повесть накануне, он утверждал, что пишет ее для современника, а между тем отдал эту повесть в другой журнал, оправдываясь тем, что к нему пристали с ножом к горлу, требуя исполнения честного слова, данного давно редактору, и чуть не силою взяли у него рукопись. Роман накануне появился в «Русском вестнике», 1860 год, номера 1-2. Он утешал Некрасова, уверяя, что у него уже обдумана новая повесть для современника, и он скоро ее напишет. Некрасов говорил, «Я сам виноват, зная, как Тургенев теряется, когда на него накинутся нахрапом. Мне надо было поступить так же, как я имел глупость этого не сделать. Взял бы у него начало повести, и она была бы напечатана в «Современнике». Разрыв Тургенева с современником произвел такое же смятение в литературном мире, как если бы случилось землетрясение. Приближенные Тургеневым, которыми он себя всегда окружал, как глашатые оповещали всюду о разрыве и цитировали чуть ли не целые страницы ругательств на Тургенева, будто бы заключавшихся в статье Добролюбова. Одним словом, Добролюбов выставлялся Змеем Горынычем, а Тургенев — богатырем Добрыни Никитичем, который спас литературу от чудовища, пожиравшего всех как прежних, так и современных авторитетных писателей. Когда вышла книжка современника со статьей Добролюбова накануне, то в оправдании себя друзья Тургенева стали кричать, что Некрасов струсил и заставил Добролюбова написать другую статью. Цензор Бикетов выказал настолько храбрости, что опровергал этот слух, но его одинокий голос был заглушен криками, что Некрасов подкупил Цензора, чтобы он выгораживал его. Когда увидели, что предсказания не исполнились, и современник с уходом из него Тургенева не только не погибает, а напротив, подписка на него значительно увеличивается, Тогда преследования Добролюбова перешли все границы. Стали распространять слухи, что в современнике свили себе гнездо разрушителей всех нравственных основ общественной жизни, что они желают уничтожить все эстетические элементы в обществе и выдворить один грубый материализм. А под видом женского вопроса проповедуют «мормонство». В это же время появилась в колоколе нелепая статья о Добролюбове, в которой он был выставлен как самая скверная личность. Речь идет о статье Герцена, появившейся в 44-м листе колокола за 1859 год. В редакции журнала «Современник» возникло необоснованное предположение, что вдохновителем резкого выступления Герцена против нового курса некрасовского современника был Тургенев, например, воспоминания Антоновича в книге «60-е годы. Москва-Ленинград. Академия. 1933 год. Страница 87 Тургенев приехал в Лондон, когда статья уже была опубликована в колоколе номер 44 за 1 июля 1859 года. Нетрудно было догадаться, кем была доставлена статья в лондонскую газету. Один из сотрудников «Современника» Чернышевский нарочно поехал в Лондон, чтобы поговорить с редактором об этой статье. Поездка его продолжалась недолго. Никто не подозревал об его отсутствии, и только четыре лица в редакции знали об этой поездке. Чернышевский ездил в Лондон для личного объяснения с Герценом в июне 1859 года. Поездка сохранялась в строжайшей тайне. Тургенев, узнав об этом свидании в письме к Герцену от 4-16 сентября 1859 года, интересовался результатом встречи. «Пишу я к тебе, чтобы узнать, правда ли, что тебя посетил Чернышевский, и в чем состояла цель его посещения». Тургенев, письма, том 3, страница 340. Тургенев был постоянно окружен множеством литературных приживальщиков и умел очень ловко вербовать себе поклонников, которые преклонялись перед его мнениями, восхищались каждым его словом, видели в нем образец всяких добродетелей и всюду усердно его рекламировали. После разрыва Тургенева с современником эти приживальщики с каким-то азартом принялись распускать всевозможные клеветы и сплетни насчет Некрасова, Панаева, Добролюбова и других главных сотрудников «Современника». Так, между прочим, редакция «Современника» была извещена, что Тургенев уезжает за границу для того, чтобы на свободе писать повесть под заглавием «Нигилист», героем которой будет Добролюбов. Об этом в воспоминаниях Елисеева. В настоящем томе страница 341. Я не запомню, чтобы какое-нибудь литературное произведение наделало столько шума и возбудило столько разговоров, как повесть Тургенева «Отцы и дети». Можно положительно сказать, что «Отцы и дети» были прочитаны даже такими людьми, которые со школьной скамьи не брали книги в руки. Приведу несколько фактов, рисующих состояние тогдашнего общества при появлении повестей Тургенева. Я сидела в гостях у одних знакомых, когда к ним явился их родственник, отставной генерал, один из числа тех, многих недовольных генералов, которые получили отставку после Крымской войны. Этот генерал, едва только вошел, уже завел речь об отцах и детях. «Признаюсь, я эту дребедень, называемую повестями и романами, не читаю, но куда не придешь, только и разговоров, что об этой книжке. Стыдят, уговаривают прочитать. Делать нечего, прочитал. Молодец, сочинитель. Если встречу где-нибудь, то расцелую его. Молодец!» ловко ошельмовал этих лохматых господчиков и ученых шлюх. Молодец! Придумал же им название «нигилисты». Попросту ведь это значит «глист». Молодец! Нет, этому сочинителю за такую книжку надо было бы дать чин, поощрить его. Пусть сочинит еще книжку об этих пакостных глистах, что развелись у нас. Мне также пришлось видеть перепуганную пожилую добродушную чиновницу, заподозрившую своего старого мужа в нигилизме на основании только того, что он на Пасхе не поехал делать поздравительные визиты знакомым, резонно говоря, что в его лета уже тяжело трепаться по визитам и попусту тратить деньги на извозчиков и на водку швейцарам. Но его жена... Напуганная толками о нигелистах, так переполошилась, что выгнала из своего дома племянника, бедняка студента, которому прежде была расположена и которому давала стол и квартиру. У добродушной чиновницы исчезло всякое сострадание от страха, что ее муж окончательно превратится в нигелиста от сожительства с молодым человеком. Иные барышни пугали своих родителей тем, что сделаются нигилистками, если им не будут доставлять развлечений, то есть вывозить их на балы, театры и нашивать им наряды. Родители во избежание срама входили в долги и исполняли прихоти дочерей. Но это все были комические стороны а сколько происходило семейных драм, где родители и дети одинаково делались несчастными на всю жизнь из-за антагонизма, который, как ураган, проносился в семьях, вырывая с корнем связь между родителями и детьми. Ожесточение родителей доходило до бесчеловечности, а увлечение детей до фанатизма. В одном семействе Погибли разом мать и дочь. В сущности, обе любили друг друга, но в пылу борьбы не замечали, что наносили себе взаимно смертельные удары. Старшая дочь хотела учиться, а мать, боясь, чтобы она не сделалась нигилисткой, восстала против этого. Пошли раздоры, и дело кончилось тем, что мать после горячей сцены прогнала дочь из дому молодая девушка, ожесточенная таким поступком, не искала примирения, промаялась с полгода, бегала в мороз по грошовым урокам в плохой обуви и холодном пальто и схватила чехотку. Когда до матери дошло известие, что ее дочь безнадежно больна, она бросилась к ней и перевезла к себе, призвала дорогих докторов, но было уже поздно. Дочь умерла а мать вскоре с горе помешалась. Таких печальных семейных разладов тогда было множество, и тургеневские отцы и дети только усилили их, внеся новые недоразумения. Тургенев сам это понял и в следующей повести «Новь» сделал попытку придать новому поколению некоторые примиряющие черты, но их никто уже не заметил. Панаева тенденциозно рассказывает о впечатлении, произведенном отцами и детьми на русских читателей, как о сугубо отрицательном. Между тем, многие демократически настроенные современники писали о жизненности самой коллизии отцов и детей, о сильнейшем незамедлительном влиянии романа Тургенева на современное русское общество, например, Литкова, обывании Сергеевича Тургеневе из воспоминаний курсистки, к свету научно-литературный сборник Санкт-Петербург 1904 год. По словам другой современницы Тургенева, Штокеншнейдер, весь наш читающий мир потрясся от романа «Отцы и дети». Штокеншнейдер — Дневник и записки 1854-1886 годы. Москва, Ленинград, Академия. 1934 год, страница 49. А вот еще одна реплика современника. Все находят в романе удивительную, неподражаемую объективность. Это отзыв знатоков. Люди попроще говорят, нельзя оторваться. Отцы и дети произвели на молодежь гораздо большее впечатление, чем я ожидал, — писал Тургеневу Щербань. Знаете ли, некоторых точно придавило, на раздумье навело, что ли. Тургеневский сборник «Орел», 1960 год, страницы 259-260. Следующим романом по времени был «Дым», 1867 год, новь появилась в 1877 году. А как легко было Тургеневу с его огромным талантом и литературным авторитетом выяснить, обеим сторонам их взаимные недоразумения и беспристрастно показать все неразумие ожесточенной борьбы из-за пустых внешних причин, которым придавалось столь важное значение. Вскоре после появления отцов и детей Тургенев приехал из-за границы пожинать лавры. Тургенев приехал в Петербург 26 мая 1862 года он попал в столицу в самый разгул реакции, в дни провокационных петербургских пожаров. На меня хлынули старые вопросы, пересуды и так далее по поводу отцов и детей. Это тоже своего рода хаос. От иных комплиментов я бы рад был провалиться сквозь землю, «Иная брань мне была приятна», — писал он Анненкову вскоре после возвращения из-за границы. Я, во всяком случае, не раскаиваюсь, хотя большая часть молодежи на меня негодует. Тургенев письма, том 5, страница 12. Почитатели носили его чуть не на руках, устраивали в честь его обеды, вечера, говорили благодарственные речи и тому подобное. Я думаю, что ни одному из русских писателей не выпало при жизни столько оваций. В то время ежегодные концерты, дававшиеся в пользу недостаточных студентов, были всегда полны. Даже аристократическая публика посещала их. Впрочем, нужно заметить, что артисты итальянской оперы постоянно участвовали в этих концертах безвозмездно. Распорядители-студенты сами являлись к некоторым литераторам с билетами на свой концерт, как бы желая этим выразить им уважение от лица всей студенческой корпорации. Но после напечатания отцов и детей Тургенев не получил билета. Это произвело сенсацию в кругу его друзей-литераторов. Со стороны их посыпались обвинения, что все это произошло по интригам Некрасова и семинаристов сотрудников «Современника», которые вооружают молодежь, распространяя о Тургеневе сплетни. Привязанность Некрасова к Тургеневу можно было сравнить с привязанностью матери к сыну, которого она, как бы жестоко он не обидел ее, все-таки прощает и старается приискать всевозможные оправдания его дурным поступкам. Я более никогда не слыхала, чтобы Некрасов сделал даже намек относительно враждебных к нему чувств и действий Тургенева. Он по-прежнему высоко ценил его талант. В характере Некрасова было много недостатков, но я не думаю, чтобы кто-нибудь из современных литераторов мог упрекнуть его в зависти к их успеху на литературном поприще или в том, что он занимался литературными сплетнями. Некрасов никогда не обращал внимания на то, что ему говорили друг про друга литераторы, и если между ними происходили ссоры, старался примирить враждующих. Панаева упрощает причину ссоры Некрасова с Тургеневым разведший друзей на всю жизнь. Мемористка в сущности объясняет все денежными недоразумениями, распространившимися ложными слухами о растрате Некрасовым герценовских денег, которые он занял в свое время для приобретения современника. Часть этой суммы была передана через Тургенева. Авдотья Яковлевна Панаева «Воспоминания» страница 452 а также обидой Тургенева на то, что Некрасов, по ее словам, взял сторону Добролюбова. В основе разрыва Тургенева лично с Некрасовым, как и с кругом современника, коренились одни и те же глубокие принципиальные идейные разногласия. Некрасов, по словам одного из сотрудников журнала, всецело отдавался новой идее и после того никогда не пятился назад. В этом отношении он становился резким, неуступчивым, настойчивым. Колбасин. Тени старого современника. Современник, 1911 год, номер 8, страница 239. Эту же неколебимость Некрасова особо подчеркивал Аненков, заметив, что никто не следовал так постоянно по раз выбранному пути. Некрасов был искренне привязан к Тургеневу, другу своей юности, и очень тяжело переживал этот разрыв. Сохранилась интересная запись воспоминаний жены поэта Зинаиды Некрасовой, в которых она приводит новые подробности, относящиеся к ссоре. Больше всего огорчало мужа дурное отношение к нему Тургенева, ведь они прежде были большими друзьями. Николай Алексеевич однажды рассказал мне, как окончательный разрыв между ними произошел. Прислал мне Тургенев для просмотра романа «Цы и дети» с просьбой высказать о нем свое мнение. Я прочел и ответил, вещь хорошая, но рано временно печатать. Последние слова Зинаида Николаевна произнесла с ударением. Очевидно, они твердо врезались ей в память. Тургенев ответил мне запиской «Не забудь, ты меня, а я тебя не забуду». С тех пор мы больше не виделись. «Жизнь для всех», 1915 год, номер второй, страница 337. Тургенев навестил Некрасова незадолго до его кончины в июне 1877 года. Потрясенный видом умирающего поэта, Тургенев написал стихотворение в прозе «Последнее свидание». Внимание, которое оказывал Некрасов всякому вновь появляющемуся талантливому литератору, приписывали обыкновенно его спекулятивному расчету. Но Некрасов всегда искренне радовался, что в русской литературе выступает еще новый талант, и как журналист он, понятно, желал, чтобы произведения этого таланта попали в современник. Я уже упоминала, что Тургенев подсмеивался над Некрасовым, что он слишком преувеличивает свои взгляды на новых появляющихся литераторов. Некрасову часто доставалось за это от Тургенева и Боткина, как людей компетентных по части изящных искусств. Помню, как осенью 1850-го или 1851-го годов они привязались к Некрасову из-за Дружинина, когда тот печатал в «Современнике» свои фильетоны с подписью «Чернокнижников». Тургенев и Боткин требовали, чтобы Некрасов прекратил печатание этих фильетонов, говоря, что они позорят журнал и даже других литераторов, которые в одной книжке с такой ерундой помещают свои произведения. «Не могу же я, господа, оскорбить Дружинина, отказав ему печатать его фильетоны», — говорил Некрасов. У всякого из нас может выдаться неудачная вещь. У дружинина есть имя, он сам отвечает за себя. Боткин возразил на это, что журнал не богадельня, чтобы помещать произведения исписанных литераторов. Да из чего Некрасов взял, что дружинин приобрел себе авторитетное имя в литературе? Тургенев тоже соглашался с Боткиным. — Да вы сами восхищались, Поленькой Сакс, дружинина! — воскликнул Некрасов. — Даже находили, что его женские типы напоминают Гёте. Повесть дружинина Поленька Сакс опубликована в «Современнике» за 1847 год в номере двенадцатом. Тургенев пояснил Некрасову, что если они и хвалили Поленьку Сакс, то он забыл, какая была в 1849 году голодовка в русских журналах относительно билетристики, что на прежних литераторов наложена была печать молчания, и цензура не пропускала ничего из их произведений, так что Поленька Сакс и могла иметь некоторый успех. Он привел пословицу на безрыбье и рак рыба, и уверял, что «появись теперь, Поленька Сакс, на нее никто не обратил бы внимания». «Ну уж, господа, как вы начнете нападать на кого-нибудь, так в клочья его растерзаете», — заметил Некрасов. «В нас, любезный друг, развито эстетическое чувство», — отвечал Боткин. «Согласись, Некрасов, вставил Тургенев, что если человек слушает одну русскую музыку, видит картины одних русских художников и знаком только с одной русской литературой, то в нем не может развиться эстетическое понимание изящных искусств. Тебе нужно сознаться, что ты некомпетентный судья и должен слушаться нас, — подхватил Боткин. Нельзя, любезный друг, издавать журнал, валя в него без разбору художественные вещи и всякую ерундищу. Надо сначала развить в себе эстетическое чутье многосторонним знакомством с европейской литературой, изучить ее, а потом уж можешь полагаться на один свой вкус». Некрасов сознавал, что Тургенев и Боткин имели большие преимущества перед ним в образовании и начитанности. В этот год осенью Дружинин, Боткин и Тургенев все трое жили у нас. Дружинин вернулся из деревни ранее своей матери. Боткин по обыкновению приехал из Москвы к нам, а Тургенев из деревни также остановился у нас до устройства своего зимнего пребывания в Петербурге. Приведенный выше разговор происходил за ужином. На следующее утро я поила всех троих чаем и кофе и была удивлена, когда Тургенев и Боткин стали просить Дружинина прочитать им фильетон Чернокнижникова, который он писал для следующего номера современника. Дружинин прочитал им еще не оконченный фильетон, и слушатели смеялись и похваливали. Мне сделалось даже обидно за Дружинина, который принял эти похвалы за чистую монету. Он сам никогда не говорил за глаза ничего дурного про своих приятелей и литераторов, и, вероятно, ему не приходило в голову, чтобы другие могли поступать иначе. Лонгинов, сделавшись начальником над цензорами, на которых прежде сочинял шутовские стихи, запретил дальнейшее печатание фильетонов Чернокнижникова, так что Тургенев и Боткин не имели уже более повода преследовать Некрасова за Дружинина. Здесь память изменила Панаевой. Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам Дружинина печаталось в 1850 году. Лонгинов возглавил цензурное ведомство только в 1871 году. Авдотья Яковлевна Панаева, воспоминания, страницы 452-453. Тургенев и Боткин почему-то не церемонились с Некрасовым и высказывали ему в глаза очень горькие истины о его стихах. Живо помню, как будто это было вчера, обстановку комнаты, позы и выражения лиц во время одного разговора, происходившего в начале 50-х годов, когда с каждым новым стихотворением Некрасова его известность увеличивалась, и все его стихотворения, запрещенные цензурой, заучивались наизусть молодежью. За утренним чаем Тургенев сидел в серой охотничьей куртке с зеленым воротником и, сложив руки, облокотился на стол, а Боткин в Беличьем халате сидел, углубясь в мягкое кресло. Перед Тургеневым стоял стакан кофе, а перед Боткином чай. Это происходило также в один из их приездов в Петербург, и они проживали у нас. Некрасов расхаживал по столовой. Панаев еще спал. Разговор зашел сперва о редакции объявления об издании «Современника» на следующий год. Я зачем-то вышла из столовой по хозяйству и, вернувшись через несколько минут за чайный стол, услышала, что разговор перешел уже к стихам Некрасова. — Надеюсь, Некрасов, ты поймешь, — говорил Тургенев, — что мы для твоей же пользы высказываем наше искреннее мнение. — Да с чего вы взяли, что я сержусь? — отвечал Некрасов на ходу. — Не за что ему сердиться, не за что он должен быть благодарен нам, — произнес Боткин. — Да, любезный друг, твой стих тяжеловесен, нет в нем изящной формы. — это огромный недостаток в поэте. «Ты слишком напираешь в своих стихотворениях на реальность», — заметил Тургенев. Отношение Тургенева к поэзии Некрасова было сложным. Тургенев видел в Некрасове яркую индивидуальность, понимал в чем сила его дарования? Он искренне радуется громадному, неслыханному успеху стихотворения Некрасова, которого не бывало со времен Пушкина. Тургенев, письма, том 3, страница 44. «Стихи Некрасова, собранные в один фокус, жгутся», — поверяет он в письмах к друзьям свои впечатления от поэзии Некрасова. Тургенев, письма, том третьей страницы 47 и 57. Но после разрыва, особенно в 60-е годы, отзывы Тургенева о творчестве Некрасова приобретают полемический оттенок. Обличительный, бичующий пафос некрасовских строк воспринимается Тургеневым как измена поэзии. Нет никакого букета, букета, одни честные мысли нельзя назвать поэзией. Елисей Колбасин, тени старого современника, страница 239. «Да-да, а этого нельзя», — подхватил Боткин. «Сильно напираешь, и это коробит людей с художественным развитием, режет им ухо, которое не выносит диссонансов как в музыке, так и в стихах. Поэзия, любезный друг, заключается не в твоей реальности, а в изяществе как формы стиха, так и в предмете стихотворения. Вчера мы с Боткиным провели вечер у одной изящной женщины с поэтическим чутьем, — сказал Тургенев. Она перечитала в оригинале все стихи Гёте, Шиллера и Байрона. Я хотел познакомить ее с твоими стихами и прочел ей еду ли ночью по улице темной. Она слушала с большим вниманием, и когда я кончил, знаешь ли, что она воскликнула? «Это не поэзия! Это не поэт!» «Да-да», — подтвердил Боткин. «Я знаю, что мои стихотворения не могут нравиться светским женщинам». «Нельзя, любезный друг, так свысока относиться к мнению светских женщин», — запальчиво возразил Василий Петрович. «Пушкин, Лермонтов и те дорожили их одобрением, читали им свои стихи, прежде чем их печатали». «Да Пушкина и Лермонтова мне далеко», — отвечал Некрасов. «Если я стану подражать им, то никуда не буду годен. У всякого писателя есть...» своя своеобразность, у меня — реальность. Тургенев приводил сравнение между бриллиантом в первобытном виде и тем блеском, который он получает в искусных руках ювелира от грани. Он сопоставил параллель между деревенской красавицей и менее красивой женщиной, но с изящными светскими манерами. «Изящная форма во всем имеет преимущество», — заключил Тургенев свою речь. Я восстановлю те разговоры, которые производили на меня сильное впечатление. В продолжении многих лет мне постоянно приходилось слушать людей, ведущих длинные разговоры за утренним чаем, за завтраком, за обедом, за ужином. Поневоле эти разговоры врезывались в моей памяти. Теперь, я думаю, таких продолжительных разговоров и не может быть между литераторами, как прежде, потому что о многом они могут говорить в печати, а тогда должны были удовлетворяться одними только разговорами. Чтобы хорошо узнать человека, надо с ним съесть пуд соли. — говорит пословица, — а мне пришлось съесть десяток пудов соли с некоторыми литераторами в течение тридцати слишком лет.